За окошком уже встает солнце, а это значит, что прямо сейчас на ваших экранах началось утро нового дня. Доброе утро, и с вами Артем Андроновский и Александр Карнович. Здравствуйте. Ну, да. Вторник уже. Вторник уже, не понедельник, уже жить легче, мне кажется, потому конечно, что, как бы там ни было, но эта мысль о том, что понедельник день тяжелый, это не враки. Это абсолютная правда, а главное, что мы вместе с вами с ним справились, и теперь спокойненько себе переживем вторник, а там, глядишь, недалеко и среда, как известно, маленькая пятница. Да, но вы все равно наслаждайтесь всеми этими прекрасными днями и недели, потому что когда жить, если не сейчас? Это абсолютно правильная мысль. И когда узнавать самые активные, актуальные события, если не сейчас? Ну, можно в них участвовать, можно их создавать, а можно их и рассказывать. Вот сейчас, собственно, этим и займусь. С 2021 года в России изменится правило допуска медработников к практической деятельности. Прежде чем врач сможет работать с настоящими пациентами, ему придется пройти тестирование профессиональных качеств на роботах. В Крыму благодаря созданию специального центра симуляционного обучения эта методика практикуется уже 2 года. Жизнеспособность искусственных людей испытал наш корреспондент Юрий Авдеев. Подготовка к взрослой жизни для детей начинается с игры в куклы, оказывается, для медиков тоже. Прежде чем начать работу с реальными больными, медики должны пройти подготовку с муляжами людей. Манекены-симуляторы не чувствуют боли, но в процессе обучения будущих светил медицины способны заменить пострадавших. На этом роботе мы сейчас отрабатываем лечебно-диагностическую процедуру, такую как коронарангиография. С помощью нее мы можем определить стеноз коронарных артерий, а если проще говоря, мы отрабатываем, как профилактировать и лечить пациентов с инфарктом миокарда. В арсенале Крымского центра симуляционного обучения и аккредитации сложные устройства, максимально приближенные к человеку, в том числе к организму самых маленьких пациентов. Данный манекен ребенка позволяет врачам-педиатрам и студентам, в первую очередь педиатрам, практиковать физикальные методы обследования ребенка. Манекен является достаточно гибким, что позволяет приблизиться максимально к проверке всех, многих точнее, рефлексов, которые должны присутствовать у ребенка в норме. Стоимость одного такого робота от 7 до 9 миллионов рублей. Общая стоимость оборудования медцентра – 300 миллионов. Все симуляторы отечественного производства. Основная задача – отработать медицинские манипуляции, операции в условиях виртуальной реальности, на тренажерах. И лишь после этого, убедившись в их безопасности, подходить к реальным пациентам. Создание симуляционных центров обучения по всей стране призвано свести к минимуму возможность врачебной ошибки. Крым сумел осуществить серьезный рывок, став одним из общероссийских лидеров внедрения прогрессивной методики. Осенью 2018 года на базе медицинской академии и Центра симуляционного обучения и аккредитации была проведена внутривузовская олимпиада для студентов старших курсов, олимпиада «Медицинские вершины». В апреле этого года мы планируем проведение олимпиады уже на всероссийском уровне, с международным участием. Такой центр предназначен не только для начинающих медиков. Совершенствуют свое мастерство и опытные врачи. Здесь проходят обучение студенты, врачи-ординаторы и практикующие врачи, которые проходят у нас обучение на факультете после дипломного образования. Тестирование учащихся центра проходит в обстановке, максимально приближенной к реальности. Никто не знает, какое задание он получит. Робот, в отличие от пациента, подсказок не дает. Вы пришли в поликлинику, открыли кабинет, на полу лежит человек без сознания. Время пошло. Главное – спасти человека. Огонь. Оценка ритма, фибрилляция, дефибрилляция. Отошли. Разряд. Синусовый ритм восстановлен. Эти симуляторы, язык не поворачивается, назвать роботами. В их венах течет искусственная кровь. В их груди бьется искусственное сердце. Их легкие полностью имитируют работу дыхательной системы. Они почти как люди. Юрий Авдеев, Олег Черемисин, Новости 24. В Крыму полным ходом идет весенняя посевная кампания. Погодные условия благоприятствуют труженикам сельского хозяйства. Аграрии республики уже засеяли 107 тысяч гектаров ранними яровыми бобовыми культурами. Одновременно с этим проводится баранование зяби, подкормка озимых и протравливание посевного материала. Подготовились основательно, отремонтировали технику и закупили семена и минеральные удобрения. Вести с полей собрала Евгения Довжик.
С наступлением весны вся линейка техники на исходных позициях. Проверка каждой машины идет до самой мелкой детали. Владимир Евгеньевич тщательно регулирует все механизмы. Техника должна быть абсолютно исправна. От этого зависит результат посевной кампании. Ремонт делаем высевающих агрегатов, об этих всех. И готовимся к посевной. Где-то что-то ищем, трещинки. Чтобы никаких сбоев на поле. Конечно, да. Перед выходом в поле контроль проходит и мозг этих машин. Весь процесс посева зерна управляется вот таким компьютером. Ему необходимо лишь задать параметры. Достраиваю точка А, точка Б, окей. И все, он пишет полностью все развороты, рисует все. Пока Владимир только готовится выйти в поле, его коллеги уже посеяли горох. На очереди нут. Этой сеялки находится 3 тонны семян, которые впоследствии высеиваются на площади 18 гектаров. Чтобы охватить такую территорию, этим машинам нужно пару часов, после чего снова засыпают зерно и цикл повторяется. Почву при этом заранее не обрабатывают. Такая технология называется наутил. Она позволяет не только сохранить влагу, но и спасает будущий урожай от порывов степных ветров. На технологии именно на этой мы уже около 7 лет. Мы постепенно, плавно переходили частями. Сейчас практически 90% по нулевой технологии сеем. В этом хозяйстве уже засеяли 800 гектаров гороха и 500 нута. Через неделю приступят к подсолнечнику. А на этом поле в Джанкойском районе развернулась целая лаборатория. Агроном тщательно готовит раствор. Для хорошего урожая нужна точная дозировка. Этот препарат называется ризобафит. В нем содержатся клубеньковые бактерии рода ризобиум. Вот. Они необходимы для инокуляции гороха. Специального раствора инокулянта обрабатываются семена гороха, которые впоследствии насытят это растение азотом. Такая предварительная обработка уменьшает потребность в удобрениях, обеспечивает дополнительную защиту и хороший урожай культуры в дальнейшем. А на него очень рассчитывают аграрии. Ведь это хозяйство ориентировано в основном на бобовые. Это поле у нас экспериментальное. Здесь 200 гектар. Мы здесь планируем различные нормы высева. Даже через ряд мы сеяли горох с яровым ячменем. Почему? Потому что после гороха, как правило, остается мало растительных остатков. А мы работаем по нулевой технологии, и задача, чтобы была мульча, чтобы она покрывала землю, чтобы меньше испарялась влаги. На сегодняшний день крымские аграрии уже засеяли 107 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В эту цифру входят площади, которые посеяны яровым ячменем, овсом, зернобобовыми культурами, горохом. Эти все площади будут у нас на сегодняшний день планируются к уборке на зерно, на кормовые нужды. Одновременно с посевом аграрии ведут наблюдение и за озимыми культурами. Первый урожай планируют собрать уже в начале июня. Евгения Довжик, Алексей Щербак и Дмитрий Лалетин. Новости 24. Да, но в полях дела такие, а у нас с утра другие. Знаешь, скажу честно, ни за что бы не подумал, что в Крыму будет расти нут. Обожаю этот турецкий горох, как его еще называют. И оказывается, теперь можно будет попробовать местный. Да, кстати, его тоже очень люблю. Да, это хорошие новости, потому что местная крымская продукция, как известно, по вкусу немного отличается от продукции зарубежной. Поэтому, ну, интересно, что получится. В любом случае, аграриям удачи. А еще мне интересно, Саш, что там происходит у коллег на радио. Ну, мы давно с ними не связывались, прям-таки со вчерашнего дня, поэтому самое время пообщаться с нашими коллегами. Доброе утро. Доброе утро! У меня сегодня другой соведущий. Это моя помощь, опора и поддержка Алексея Щербака. Им не привыкать видеть меня здесь. Даже не в свой день. Даже не знаю, кого мы чаще видим, Эмилию в этой студии или Лёшу. Я думаю, что все-таки Лёшу. В любом случае, мы рады вам обоим. Абсолютно взаимно. Какая у вас тема сегодня? У нас много разных тем. Чего только не поднимаем, действительно. Но все важные. Начнем даже с того, что расскажем об окрестностях Бахчисарая, потом расскажем, как правильно питаться во время Великого Поста, который вчера начался. Ну, вы знаете, наверное, в любом случае, потому что там много ограничений, и нужно знать, как правильно компенсировать ту еду, которую ты не получаешь из животного белка. И даже расскажем немножко про татуировки. Вот Лёше даже будет, наверное, интересно посмотреть этот сюжет. Обязательно посмотрю. Я не знаю, я к татуировкам категорически отношусь, но вот что касается
Категорически за или категорически против? Категорически против. Сейчас еще придумаете что-то. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, интересно, очень интересно. Мы старались разнообразить, а вы там как? Мы говорим о все-таки таких темах, которые достаточно актуальных. О них сейчас говорят абсолютно все, не только в нашей стране, но и во всем мире. Это скифское золото. И тема второго часа у нас... Законопроект США, который запрещает признавать Крым российским. Вот такие вот. Вот такая неожиданность. Да, да, у вас все гораздо серьезнее, я хочу сказать, ребят. Ну, будем надеяться, что поговорим и с пользой. Спасибо вам большое. Хорошего эфира. Вам да. Тоже. Удачи. Пока. До связи. А вот мы еще кое о чем говорим, Саша. Говорим мы, например, о погоде. И прямо сейчас предлагаю посмотреть, что там по прогнозу. Вот я о чем подумал. Вот начался вчера, да, фактически? Да. И 7 недель теперь, 40 Сколько? Дней. 40 дней, по-моему. 40 дней. 40 дней, ну, кто-то будет без любимой еды, я полагаю, целых 40 дней, а кто-то справится полегче. И вот интересно, говорили о том женуте. Ну, бобовые, насколько я знаю, есть в пост можно. Можно, можно. Почему нельзя? Нельзя мясо, яйца, рыбу. Ну, и то, на рыбу есть какие-то там 2-3 дня буквально можно. Там уже конец. Ну, то есть, в принципе, ограничения происходят на животную продукцию. В принципе, только ты обычно питаешься. Да, то есть, мое обычное питание фактически нет. Ну, тут не стоит, а то я переживаю, что к нам в студию сразу же будут присылать, знаешь, творог домашний, там, молоко. Нет, я не против. Ну, я тоже не против, но только, пожалуйста, со справочкой, что это ГОСТ, что все безопасно, что все прошло. Ну вот, тогда да, с удовольствием будем только благодарны. Вообще, питание — это важный аспект, к нему нужно подойти правильно и сбалансированно. Я думаю, Саш, ты тоже согласишься. Да, и вчера я даже знаю, что наши журналисты подготовили обширный материал, как стоит питаться во время поста. Прямо сейчас и посмотрим, давайте. Великий пост считается главным в церковном православном календаре. Это подготовка к основному празднику религиозного мира – Пасхе. Чтобы почувствовать радость и святость не только душой, но и телом, 40 дней нельзя кушать мясо, рыбу, молоко, сыр и яйца. Поэтому в первую неделю пост-диеты рекомендуется сделать акцент на крупах. Например, овсянка на завтрак, салат из свежих огурцов и помидоров на обед, отужинать можно гречневой кашей и тушеными грибами. Во вторую неделю нужно сделать акцент на овощи, зелень и абсолютно любые фрукты. Яблоки, бананы, апельсины, мандарины, гранат – максимальное количество природных витаминов. Ну а овощные салаты не забудьте приправить растительным маслом для здорового усвоения пищи. На третью неделю можно побаловать себя медом и грецкими орехами. Они богаты белками, витаминами Е и В, железом, кальцием, калием и магнием. На четвертую добавляем вареные яйца, бульон из овощей, отварной картофель, спагетти с сыром. На шестую, седьмую можно кушать все вышеперечисленные продукты. Пост я так относительно соблюдаю, канон, верю в Бога, верю. Каждый человек выбирает для себя, и даже в семье тоже. То есть кто-то хочет, тот постится, кто не хочет. У нас бабушка постится. Да. А мы еще нет. Наша семья постится обязательно. И вам советую придержаться этого тоже. Ну, это неплохо, это очень хорошо. Маленькая хитрость – 7 недель воздержания от мяса и рыбы. Заменить эти продукты можно бобовыми. Гороховая каша, кукуруза, суп с фасолью. Хлеб выбирайте ржаной.
Главное правило православного поста заключается не в еде. Человек в первую очередь должен очиститься духовно, сходить на службу в церковь, читать молитвы дома, простить ближнего своего и примириться с ним. С понедельника по четверг первой недели Великого Поста во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь читают покаянный канон святого Андрея Крицкого. Канон Андрея Крицкого содержит в себе около 250 стихов. Он довольно большой по форме и непростой по содержанию. В оригинале он был написан на греческом языке, позже его перевели на церковно-славянский. Именно в таком виде мы можем слышать его в храме. Поститься все 40 дней по силам не каждому. Те, кто хоть раз выдерживал такую диету полностью, стараются соблюдать пост каждый год. В этом он начался 11 марта и продлится 7 недель до Пасхи, 28 апреля. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. Вот, собственно, я же говорил, бобовый. Тут как раз-таки нут в помощь. В нем больше всего белка, и он, пожалуй, самый легко усвояемый из представителей бобовых. Но это горох, если говорить откровенно. А вот, кстати, про кулинарию и гастрономию. Интересная новость у меня есть, Саша? Интересненько послушай. Да, сейчас я все расскажу. Новости. Значит, есть такой город. Это даже, насколько я понимаю, не город. Нет, город Болонья в Италии. И всем известная паста болоньезе. Ну, это, как их называют, макароны по-флотски здорового человека. Это то, что я люблю, если честно. А, вот так, значит, паста Болоньезе. Я любую пасту люблю. И мэр Болоньи, значит, он так вот пальцем помахал в камеру и сказал, что нет, пожалуйста, не надо говорить, что Болоньезе, вся эта паста принадлежит болонцам. Никто ее там не придумывал, и они придумали гораздо более интересные штуки, сейчас даже перечислю. Они, значит, придумали тарьятелле, это гнезда, вот эти макароны гнездышками длинные. Они придумали тортеллини, это итальянские пельмени, чем-то похоже на равиоли, немножко побольше. Туда добавляется мясо. И придумали также они еще и лазанью. Это не само блюдо, а вот эти листы, которые выкладываются, чтобы... Между слоями, да. Да, получилось блюдо лазанья. Это отдельный вид пасты. И он говорит, что ну столько всего замечательного придумал наш город, а вы цените блюдо, названное в нашу честь, но к нам никакого отношения не имеющее. Ну, мне кажется, что ничего страшного, что пасту Болоньезе зовут в честь этого города, но просто все остальные блюда, они, конечно, не менее известные, но я почему-то сейчас захотела вообще из немножко другого плана. Ты начал говорить о вот равиоле, а я почему-то... Они у меня ассоциируются с хинкали. Равиоли ассоциируются с хинкали с пельменями, и Саша захотел в итоге варить манты, да? Да. Я, кстати, отлично их готовлю очень. Равиоли со шпинатом и крем-сыром, между прочим. Ну, я думаю, что для завтрака отлично. Идея. Смотрите, мы даем вам прекрасные подсказки. Кстати, завтрак вещь, наверное, вечная. И был важным приемом пищи все время, во все времена. А я предлагаю узнать, что еще важного, интересного и актуального происходило этого числа 12-го, совершенно верно, в прошлом, прямо сейчас. В 1832 году любители балета впервые увидели платье под названием «Пачка». Первый в легкий воздушный наряд облачилась легендарная итальянская балерина Мария Тальони. По-французски платье называлось «туту», что так и переводится – «пачка». Оно было изготовлено по рисункам известного французского художника и модельера Эжена Лами. Новое одеяние балерины произвело настоящий фурор. 156 лет назад родился великий русский ученый Владимир Вернадский. Именно в его трудах зародились такие науки, как геохимия, радиогеология и биогеохимия. При жизни понят он не был. Ученого постоянно преследовала жесткая цензура. Особое внимание Вернадский уделял радио. Пророк атомного века, так назовут его позже, а также отцом глобальной экологии. Сегодня в его честь ставят памятники, называют улицы и вузы. 12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России. До этого он принадлежал Петрограду. Инициаторами переноса стали большевики. По одной из версий, правительство переехало в Москву, потому что опасалось взятия Петрограда германской армией. По другой, большевики просто не сумели наладить нормальную жизнь в городе после революционный период. В любом случае, это оказался последний переезд столицы. 12 марта 1940 года подписан договор о завершении Советско-финской войны. Она длилась 105 дней. Ее также называют незнаменитой. Согласно документу, боевые действия прекращались в полдень следующего дня. В результате этой войны Финляндия утратила 10% своей территории, а Советскому Союзу отошли Карельский перешеек вместе с Выборгом.
Сегодня, 12 марта, празднует свой 73-й день рождения знаменитая голливудская актриса и певица Лайза Минелли. За плечами у нее успешная карьера в кино и театре. Настоящим прорывом в карьере Минелли стало участие в «Кабаре» Боба Фосса. За эту роль она получила «Оскар». Последующие роли были неудачными. В 90-е годы актриса перестала сниматься и участвовать в театральных постановках. Сегодня в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. Дата для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента. Ну-ка, теперь поговорим про дела насущные. Потому что это не менее важно, а порой может позволить сэкономить приличную копейку. Посмотрим, что там с ценами на топливо. Прямо сейчас вам все и расскажу. Газ стоит 27 рублей 96 копеек. Все еще стабильно самое дешевое топливо на рынке горючего. Дизельное топливо 51 рубль 31 копейка. Дороже, конечно, но что вы хотели. При этом говорят, что оно позволяет экономить. Возможно, прикупить автомобиль с дизельным двигателем действительно выгодно и разумно. 92-й бензин стоит 47 рублей 21 копейку. Конечно, немножко дешевле дизельного, но и расход с ним бывает побольше. 95-й бензин 50 рублей 35 копеек. Естественно, дороже 92-го, кому каким заправляться, уже смотрите в техпаспорте. И 98-й бензин, вот уж я не знаю, какого автомобиля в техпаспорте должен быть прописан, но наверняка это автомобиль быстрый. Стоит 56 рублей 56 копеек. Смотрите, фактически цифра близнец, это хорошо, это значит, что фактически ничего не поменялось со вчерашним днем. Если вы заправляете автомобиль хорошим топливом, да и не очень, неважно, если у вас есть автомобиль, вам, в принципе, важно знать, что происходит на рынке валют, потому что, как известно, изначально цена на эти марки появляется в валюте. Да и, в принципе, это знать полезно. Давайте об этом и поговорим. Доллар 65 рублей 96 копеек. Немного вырос, но ничего, возможно, кому-то это выгодно. А вот 74 рубля 57 копеек будет стоить евро. Тоже поднялось, спешит прямо за долларом. Опять же, тут уже, может быть, кому-то повезло, а кто-то потерпит еще чуть-чуть и будет продавать или покупать валюту позже. Вот, Саш, скажи мне честно. Как часто ты следишь за рынком валюты? Я сейчас, мне кажется, у себя в голове слежу только за Болоньезе, которую мы обсуждали, и за Хинкали. Вот я тоже хотел сказать об этом, что на самом деле, когда у тебя действительно трудный, напряженный рабочий график, ты почему-то проверяешь не сколько действительно актуальные какие-то важные вещи, а ты свободное время тратишь на себя любимого, чтобы уделить себе время, чтобы покормить себя чем-то вкусным. Насладиться, вот. Наслаждений, да. Хочется. И это вот... Совершенно верно. И чем больше трудишься, тем больше ценишь свободное время почему-то. И вот в этот момент хочется не расплыться, как медузка, знаешь, и ничего не делать, а хочется действительно провести время с пользой. Я вот трачу его на готовку, уже неоднократно признавался в прямом эфире, и после эфира собираюсь немного времени на это потратить, что уж там, признаюсь. Ну, пока ты будешь готовить, я пойду схожу в кинотеатр, но без попкорна, а просто чтобы посмотреть, что сейчас можно увидеть на сцене. На основной сцене в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького разыграют лирическую драму «Варшавская мелодия». Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина. Случайное знакомство польской певицы и советского винодела перерастает в настоящие чувства. По сюжету события развиваются в 40-х-60-х годах 20 века, время, когда браки с иностранцами были запрещены законом. Какая судьба ждет влюбленных, вы можете узнать в 19:00. В Симферопольском художественном музее выставка работ живописца Адама Каца. Кисти мастера принадлежат портреты Михаила Щеглова, Николая Басманова и других. Полотна классика крымского искусства второй половины 20 века познакомят зрителя с образным миром вдумчивого художника и тонкого ценителя красоты. Выставка продлится до 21 апреля. На киноэкранах русская комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа, экспонат и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня Рита – амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажут на вечерних сеансах.
Для тех, кто хочет посмеяться от души, американская комедия «Родители легкого поведения». В центре сюжета обеспеченная семейная пара Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что от былого богатства остались только долги. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы придумывают коварный план. Например, сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. На киноэкранах в этот день новый фантастический блокбастер от одной из самых успешных киностудий мира «Капитан Марвел». Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка». По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одной из сильнейших супергероев в галактике. Время сеанса вы можете выбрать сами. Ну, я хочу тебе сказать, что мало того, что мы можем выбрать время сеансов сами, мы можем сами выбрать, как скоро сможем сами выбрать, как будем общаться с МЧСниками. Интересно. То есть не только говорить, но можем еще и с помощью всяких постукивающих движений. То есть, а все потому, что... Азбуки Морзе, по сути. Да. Ух ты, интересно. МЧСников научат азбуки Морзе. Навык, который они приобретут, сможет им помочь общаться и принимать звонки не только... от глухих, ну и вот от людей, которые попали в заложники, но при этом не могут говорить, поэтому они будут нас постукивать. А, интересно, осталось только людям, которые попадают в заложники, быстренько выучить азбуку Морзе. Вообще вопрос интересный, и сам в свое время хотел, ну какой только язык я выучить не хотел, азбуку Морзе и язык жестов. Кстати, между прочим, очень полезный язык в современном мире, актуальный, потому что он позволяет обмениваться на... информации с людьми, которые не могут сказать словами. Я до сих пор так все да. языки мира учу, да, и ни да, одного да, да. не выучила. В планах у меня итальянский, не скажу зачем, французский, но это все планы, а их нужно превращать в действие. Кстати, между прочим, наши прекрасные корреспонденты так и делают свои планы и превращают в действие. Так и рождаются интересные сюжеты. Например, сюжет про путешествие, который прямо сейчас вам и покажем. В живописной Качинской долине раскинулись широкие зеленые поля. Со всех сторон это место окружают величественные горы и древние городища. Одно из них – Качи-Кальон – древнейшее пещерное поселение на Крымском полуострове. Это сейчас здесь пусто и совсем никого нет. Но в скором времени майские праздники в этих живописных местах будут прогуливаться тысячи туристов. Появление поселения Качи-Кальон связывают с торговым путем, соединяющим юго-западную часть с южной частью полуострова. Тысячелетием стоянка древних людей хранит тайны, которые пытаются понять молчаливые созерцатели. До наших дней дошли только пещеры, очертания комнат и резные кресты. Но это в горах, а в полях практически круглый год трудятся фермеры. Когда-то давно здесь были яблочные, грушевые сады. Совсем недавно землю вновь взяли в аренду. Теперь есть и работа, и урожай. В одно время здесь ничего не росло и работы не было, но уже как 4 года жизнь протекает здесь иначе. Местный народ трудолюбивый, благодатью считают солнечную погоду и хороший урожай. Огурцы пойдут, помидоры, вот там дальше будут, у людей будет больше работы, прям урожай. Не прекращается. Ну вот мы начинаем, например, с марта и до сентября, до октября месяца мы работаем. Руки Светланы в земле. Говорит, что в ней родимой черпает свою силу, поэтому и мечты у женщины соответствующие. Ой, погода чудесная сегодня. Только работать. Все, девочки, приходите до других. Работают, не покладая рук. Ведь самое ценное – земля. И относятся они к этому дару с трепетом и любовью. Промыслом своим занимаются круглый год. К весне поспеет клубника. Затем пойдет и другой урожай. Вот посадили клубнику. Сейчас обрабатываем ее, готовим ее к весне, чтобы были хорошие кустики, чтобы был урожай хороший. Бурьян доливаем. Потом полють ее. Потом будет урожай. Только все далеко не так просто, как кажется. Землю нужно не только обрабатывать, но еще и удобрять и орошать. Это не просто речка, это специальный водооток для полива ближайших полей. И таких долин по Крыму множество. Главное – это труд и желание, с которым люди идут работать. И в любой части полуострова их объединяет одно – любовь к родине. Все-таки... Да, спасибо большое. Не специально, но получается какой-то гастрономический выпуск у нас. Сначала обсуждали нут,
потом пасту, а теперь вот прекрасная клубника скоро будет зреть. Интересно, интересно, правда, по какой стоимости она придет на рынок, потому что я тебе скажу, что ягоды, конечно, покупать выгодно далеко не всегда, как и орехи. Да, орехи, конечно, сейчас очень дорогие, но зато вот такими потрясающими видами, где была Оля Литвиненко, это Бахчисарайский район, можно наслаждаться совершенно бесплатно. И только потому, что нам повезло жить, родиться в Крыму, и вот многие крымчане, они не ценят просто того счастья, которое свалилось им на голову. Они даже не понимают, что далеко не везде такая красота невероятная, а кое-где вообще сыро, солнца нет, грустно. А туда все едут, между прочим. Там сыро, солнца нет, грустно, а все туда летят и летят. Да, конечно. На самом деле, Бахчисарайский район — это отдельная тема, потому что место прекрасное, замечательное. И каждый раз, когда туда приезжаешь, просто удивляешься. Вот это лесистая, но при этом горная местность, потрясающе красиво. А еще, если быстро бегаешь, то и клубника вкусная по всей России растет, и не только. Это я, конечно, шучу. Это секрет просто. Да, это секрет. Ни в коем случае нельзя срывать, если хозяин сада не разрешил, брать ничего нельзя. Но само вот это эстетическое удовольствие, которое ты получаешь, когда ты едешь по трассе, вокруг горы, а внизу цветут и растут фрукты, ягоды, это, конечно, что-то непередаваемое. Это то, что вызывает любовь и тягу к жизни. Прямо... Да. Прямо еще... как у Джека Лондона в книге, да? Ну, а еще любовь и тягу к жизни вызывает даже то ощущение, когда ты не просто едешь и смотришь, а когда ты срываешь прям с грядки эту клубнику, и пусть это не чужая грядка, а своя, да, там где-нибудь... И слышишь, как пролетает соль где-то над ухом, да, так? Легким залпом. Мне кажется, мне пора помолчать. Но, а что нам действительно пора сделать, так это посмотреть, что там происходит на дорогах и вообще, что снимают крымчане на свои камеры. Конечно же, мы вам прямо сейчас и покажем подборку самого актуального. Когда цены на цветы кусаются, а порадовать любимую хочется. Выход из ситуации нашел житель Алушты. 8 марта он просто выкопал растения, посаженные вдоль тротуара. Сразу же упаковал в пакет и загрузил в автомобиль. Позже в одной из соцсетей пообещал, что будет за ними ухаживать вместе со своей спутницей. Красноперекопский автобус заблокировал сразу две машины. Как долго продержал в заложниках автомобили, не уточняется. В Севастополе вооруженное ограбление на автозаправке попало на видео. На записи видно, что преступников было трое. При себе имели оружие. Сотрудникам АЗС пришлось отдать все деньги. Но, к счастью, севастопольские правоохранители задержали злоумышленников. В Евпатории пользователей соцсетей взбудоражило это видео. На нем горят камыши возле известного у туристов озера с лебедями. Птицы никогда не покидают эти края. На прошлой неделе камыши горели в Сакском районе, Феодосии и недалеко от Симферополя. В Севастополе дрифтеры решили показать класс, вот только место для этого выбрали неподходящее. Одна из машин не вписалась в поворот и врезалась в столб. Зрителей такое фиаско только позабавило. А вот водителю все-таки неплохо было бы попрактиковаться, прежде чем упражняться в экстремальной езде. В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в реку Карасевки лошадь. Животное не пострадало, но было сильно напугано. А на этом видео традиции кулачных боев на празднике. Массовая драка произошла в Евпатории. Так как инцидент случился 8 марта, в нем приняли участие и представительницы прекрасного пола. Большинство комментаторов в социальных сетях осудили драчунов. Ну, я драчунов осуждаю. Зачем драться? Тем более, такой прекрасный день, как 8 марта. Да зачем драться вообще? Язык мы развивали именно для того, чтобы могли успешно коммуницировать, обмениваться информацией и приходить к консенсусу. Как и любил говорить преподаватель в университете, что необходимо прийти к консенсусу. Ну, в любом случае, можно не только решить все в устной форме, при том, что прийти к какому-то соглашению, либо просто развернуться, не обращать внимания на чудна забияку какого-то. Так, если уже хочется спустить пар, так не выходить из машины на дороге, грубо говоря, или не кидать на людей, иди на какую-нибудь секцию спортивную, зал, либо на ринг, и вот там по справедливости с достойным соперником спускай ринг, пара, а женщин трогать, мне кажется, это вообще что-то. Да, в принципе, незнакомых людей трогать, не знаю, какая у них история, знаешь, не пройдя в чужой обуви, нельзя судить по его поступкам, и даже если кто-то действительно нарушил на дороге, подрезал тебя или сорвался, не стоит судить по одному действию, человек мог просто элементарно отвлечься, и это я не намекаю на свой автомобиль, который сегодня спешил на работу, ни в коем случае, я говорю, как вижу и как думаю, что периодически люди совершают
ошибки. И ошибки нужно прощать. Но вместе с ошибками люди совершают и правильные поступки. И, я надеюсь, делают это чаще. А, кстати, правильным поступком мы можем подсказать, что вы можете сделать. Да, и поэтому мы специально подготовили фотоподборку именно для тех, кто хочет очистить свою карму и просто плюсануть к ней. Плюсик. Да, мы вам покажем замечательную зверушку, которая ищет дом. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Замечательное животное. Я думаю, что действительно будет любящим, заботливым, а главное, опять же, охранником. Вот вчера нам попалась собачка-охранник, и сегодня. Но это же важно. Вчера был Барни просто, и он был просто гигантский. И на самом деле я говорила еще вчера, как хочется его обнять, а Брайт весь такой деликатный, корректный, тактичный. Мне кажется, он будет именно подчеркивать характер своего хозяина. В нем есть что-то от лайки, кстати говоря, между прочим. Вот завитый хвостик такой. И на самом деле существует вообще очень много пород интересных, и вполне возможно, каждая дворняжка носит в ней что-то в себе, что-то от этих пород. Но откуда я это знаю? На самом деле в Симферополе я не так много разнообразных собак видел, а вот по интернету, по всяким соцсетям гуляет огромное количество смежных видео. Ну, я думаю, это видео с воющими хаски, с огромными японскими собаками. Я обожаю. Я одно время не понимала, а потом в Инстаграме в итоге так вышло, что все мои страницы, на которые подписаны, это либо вот как раз такие милые такие мишные видео, либо что-то, ну, по работе вообще исключительно. А я еще люблю читать статьи по здоровью, потому что, как говорила моя бабушка, здоровье — это самое главное. Поэтому я предлагаю поздороваться и познакомиться с нашим следующим гостем. Да, Ждут наши гости. Это Евгения Молочко, региональный координатор волонтеры-медики. Здравствуйте. 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 Евгений, я знаю, что буквально недавно наш корреспондент Ксюша Шарапановская приезжала как раз-таки в одну из больниц, и в это время ребята из этой организации, волонтеры-медики, они как раз-таки помогали врачам и рассказывали, какую помощь в первую очередь приходится оказывать. Но много ли людей становятся именно волонтерами-медиками? Да, мы видим, что сейчас у нас всплеск Республики Крым волонтерского движения. Прошлый год был годом волонтера, и как можно больше людей различных возрастов подключаются к развитию добровольческого движения. В сфере медицины особенно актуально это, потому что для студентов медицинской академии имени Георгиевского и медицинских колледжей это также и внедрение в будущую профессию. Помогая в поликлиниках на различных мероприятиях, они получают для себя дополнительные навыки. Это практика даже элементарно, да? Да, это практика, это будущая реализация в профессии, потому что, вот, например, в госпитале, где ваш корреспондент приезжал, для ветеранов войн в городе Симферополе волонтеры-медики помогают медицинскому и среднему персоналу. То есть это помощь и медицинским работникам, и очень большая практика для будущих медиков, которые являются сейчас студентами. Ну, это нередко, да, я, насколько знаю, что в больнице человек, когда лежит, продолжительное количество времени, ему же не только медицинская помощь нужна, а нужно вот буквально доля внимания какого-то в телефоне помочь разобраться, просто поговорить где-то, а у врача не всегда можно найтись на это время. Совершенно верно. Волонтеры у нас в медицинской академии есть дисциплина медицинская этика и деонтология. В частности, я являюсь ее преподавателем. И волонтеры как раз вот на практике, помогая в госпитале, в других лечебно-профилактических учреждениях, получают возможность отработать навык общения с пациентами. Потому что в теории это хорошо, но когда есть возможность на практике, уже начиная с первого курса, возможность общаться с различными пациентами, умение выслушать, помочь, это очень дорогого стоит. Конечно, это, во-первых, это необходимо, мне кажется, пациенту, если он чего-то переживает, боится, что-нибудь подобное. Во-вторых, это действительно позволяет легче справиться со временем, которое ты проводишь в госпитале или в больнице. Я думаю, что это действительно необходимо. Ну и мало того, что необходимо, вот тоже такой вопрос, не могу не задать. А им серьезную работу уж не доверяют первокурсникам, они пока только...
Но у нас в лечебно-профилактических учреждениях помогают волонтеры-медики, которые являются студентами различных курсов. И прежде чем запустить их помогать в поликлинику, мы подписываем специальное соглашение с лечебно-профилактическим учреждением, в котором четко расписан регламент, что могут помогать и делать студенты, начиная с первого по третий курс, а что могут делать студенты с третьего курса и старше, а также те, которые окончили медицинские колледжи и уже имеют среднее медицинское образование. То есть они могут помогать и транспортировке пациентов, и могут помогать поддержке санитарно-гигиенических норм в различных отделениях. Также могут помогать при соблюдении и наблюдении медицинской сестры делать инъекции, внутрикапельные. Также различные могут помогать поручения выполнять. Например, заполнять историю болезни. Опять же, есть то, что необходимо. Очень много таких бумажек, да, на самом деле. Да, совершенно верно. Поэтому такая помощь, она необходима и позволяет разгрузить медицинский персонал, которые могут помогать, например, в это время пациентам более тщательно. Волонтеры, медики всегда придут на помощь. Ну да, и укол научиться нужно делать. Непростой день у волонтера, я скажу. А сколько длится волонтерский день полноценно? Вот он приходит с утра как на работу и уходит вечером вместе с персоналом. Вы знаете, чем удобно это направление для студентов, которые мы знаем в медицинском университете, очень сложно учатся, да, потому что нагрузка очень большая. Очень удобно для студентов участие в данной программе, то, что они могут сами свободно выбрать то время, которое им удобно. То есть это может быть день после занятий, сколько-то определенное количество часов. Это также могут быть и выходные дни, когда они приходят в удобное для них время. Почему? И это удобно, еще раз говорю, для студентов совмещать волонтерскую деятельность в сфере медицины совместно с учебой. Ну и сколько сейчас примерно людей? Вы говорили, что вроде как рост наблюдается, да? Да, сейчас вот мы наблюдаем, что волонтерское движение в сфере медицины большой рост в Республике Крым. Вот, например, если только когда мы начинали свою деятельность, нас было 15 инициаторов данного направления. 15 человек. Да, это было 3 года назад, когда вот мы на базе медицинской академии открыли региональное отделение. То сейчас нас уже, вот по последним данным, буквально вчера смотрела, 165 человек официально зарегистрированы на сайте волонтермедики.рф. Ну, это потрясающий рост. Действительно, здорово увеличилось количество. Я вообще считаю, что благородно это дело, помогать людям, тем более, когда волонтеры же помогают все это бесплатно, на добровольных основах. Для них это потрясающая практика, а людям вот та помощь, которая так нужна, потому что, возможно, именно какая-то вот помощь или лишнее внимание, оно и спасет кому-то жизнь. Я думаю, да. Да и, во-вторых, насколько я знаю, особенно в тех медицинских учреждениях, где лежат люди преклонного пенсионного возраста, очень приятно пообщаться со студентами. По всей видимости, они приходят. И вот я, когда проведывал своих стариков, скажем так, все равно каждый что-то рассказывал, спрашивал, как там, что в городе. Поэтому даже вот это общение поколений, мне кажется, это уже очень правильно и полезно. Да, совершенно верно, потому что наши пациенты, которые, например, вот в госпитале волонтеры с ними общаются, имеют очень большой жизненный опыт. Это люди различных профессий. И при общении с ними волонтеры также для себя черпают какие-то истории из их жизни, какую-то мудрость они черпают. Также общаясь с врачами в поликлинике, таким образом реализуется система наставничества, когда взрослые врачи дают какие-то советы, дают какие-то подсказки будущим врачам, которые являются еще студентами. Поэтому это очень большой опыт, и ребята с охотой откликаются и рады любому наставлению, любому мудрому совету со стороны старших медицинских работников, наставников. Ну, буквально волонтеру захотел пойти, а в итоге нашел себе, наверное, человека, ну, может быть, такое, который потом тебе всю жизнь для тебя образцом будет и тянуть. И ушел в токарь, да? Там, или бывало ли вообще такое, что, попробовав себя волонтером, студенты-медики, наоборот, понимали, не тяну, не мое, возможно, боюсь, возможно, устаю, может быть, ответственность давит. А вы знаете, я хочу сказать, что студенты, вот работая в медицинской академии, студенты медицинской академии, это, наверное, особые лично для меня студенты, пусть это будет и субъективное мнение, те студенты, которые могут себя реализовать в любой области. Это настолько талантливые ребята, которые преуспевают и в сфере медицины, в становлении своей будущей профессии,
росписи, а также и они и хорошо танцуют, и хорошо рисуют. И вы знаете, работая с ними, каждый год я вижу, насколько это талантливые люди. Иногда порой очень открывается этот талант с неожиданной стороны, приятной стороны. Универсальные бойцы какие-то. Да, ну, да, универсальные будущие медики. С такой же неожиданной стороны, но приятной. Мы будем прощаться. Большое вам спасибо за беседу. Было очень интересно узнать для себя много нового. А главное, рассказать о том, что такая практика замечательная вообще есть. Ну, а я напомню, спасибо, что у нас в гостях была Евгения Молочко, региональный координатор движения «Волонтеры-медики». Спасибо вам большое, что пришли к нам. И ждем вас еще. Спасибо. Спасибо. Такие замечательные вещи происходят у нас в Крыму. А вот по всему миру чего только не творится. Много чего разного, поэтому предлагаю прямо сейчас посмотреть, что происходит в сети и какие там новости. В социальных сетях набирает популярность жестокая правда об ананасах. Оказывается, все это время мы разделывали его неправильно. Дело в том, что ананас – это не единый плод, а соплодие. Поэтому нужно отрезать верхушку, а каждый кусочек отрывается от оси просто пальцами. Аппетиту этих животных можно позавидовать. Утки Пепе и Арнольд обожают горох, и когда речь заходит о любимом лакомстве, об аккуратности речи не идет. Хозяева рассказали секрет такой прожорливости. Питомцев с детства приучали к еде с помощью приложения. В Шотландии приют для животных объявил сбор щеточек от туши для ресниц. Это вовсе не для звериного макияжа. Оказывается, они нужны активистам для ухода за питомцами. Щеточки заменяют осиротевшим животным родительскую ласку. А еще ими очень удобно снимать шерсти и перьев паразитов. Российские пользователи Ютуба снимают бюджетные версии тизеров и заставок популярных сериалов и фильмов. Культовые персонажи узнаются легко, несмотря на то, что подручными материалами служат пельмени, сосиски и даже вантус. Утром 10 марта на Камчатке проснулся вулкан Шевелуч. Извержение пепла достигало высоты 4,5 километров и продолжалось несколько дней. К счастью, рядом с вулканом нет населенных пунктов, поэтому опасности для жителей нет. В Канаде нужно быть всегда начеку. На гостеприимной земле вас могут встретить не слишком дружелюбные местные жители, как, например, этот кенгуру. Одно из сумчатых несколько раз атаковало парапланериста, но, к счастью, спортсмену удалось отразить нападение и отогнать животное. Так, ну вот с этим ананасом не знаю, правда или нет, потому что видел большое количество опровергающих видео. А то, что вот это соплодие, как сказали только что, оно на самом деле не так-то просто и чистится. А я поверила, я когда увидела, я думаю, почему я так никогда не делала? Нужно срочно купить ананас, подожди, сделать то же самое. Но я его не купила только потому, что мне было лень куда-то идти. Да, и потому что ананасы сейчас, я тебе хочу сказать, стоят не как килограмм яблок. Я не люблю их особо, у меня был спортивный интерес, могу ли, правда, я так раздербанить? У меня есть теория, фактически научная, да, я же почти ученый. Она заключается в том, что, видимо, это зависит от степени спелости фрукта. Потому что, скорее всего, там, где этот ананас чистят так, он и прорастает. И поэтому его собирают прямо с грядки, в прямом смысле причем. И, видимо, уже прямо такой, как надо, сахарный, спелый, чистят. А к нам в магазин же их привозят еще зеленоватыми, чтобы они цвели на полочках. Я вообще слышала от одной потрясающей женщины, что к нам привозят продукты, вот даже бананы какие-то кормовые, чуть ли не что на самом деле. Все это там гораздо больше. Ананасы больше, кокосы больше за рубежом и все остальное. А я знаю, правда, что у нас есть, понимаешь? А у нас есть прямо с грядки неподельные свежие прекрасные стримы, прекрасные сали. Поэтому я прямо сейчас предлагаю с ней связаться и узнать, что там интересного в городе. Доброе утро, Салечка. Доброе утро, Крым. Доброе утро, коллеги. Сейчас я нахожусь в Симферополе на площади Ленина, где недавно, как вы знаете, открылась выставка, посвященная событиям Крымской весны. А сейчас за моей спиной вы видите, что уже ставится сцена. Это тоже посвящено событиям пятилетней давности. И сегодня, вернее, не сегодня, а в эти дни пройдет праздничный концерт. Но о других событиях я расскажу чуть позже. Сейчас же мне хотелось бы перейти к сюрпризам погоды, которые ожидаются в эти два дня. Вернее, я бы сказала, это даже не сюрпризы, а капризы природы, потому что в эти дни ожидается ухудшение погодных условий, как сообщают синоптики, и даже возможен сегодня сильный дождь, переходящий в снег, ну и усиление ветра до 25 метров в секунду, то есть ожидается штормовое предупреждение. Это касается не только Симферополя, но также и других крымских городов. В целом сегодня до плюс 5, до плюс 7 градусов. В ночь на 13 марта, конечно же, будет хуже всего.
именно ночью пойдет снег и будет до минус 1 градуса. Но будем надеяться, что такая погода продержится недолго, потому что весна уже заявила о себе. Сейчас я нахожусь на улице, здесь достаточно прохладно, но вы знаете, все равно чувствуется, что весна на улице, нету такого мороза сковывающего. Действительно холодно, но надо утепляться, просто надо брать теплую одежду. И, конечно же, не забывайте зонтики, потому что, как я уже сказала, сегодня ожидается ливень. Ну, в принципе, по небу вы видите, оно затянуто, везде тучи, и я думаю, что все-таки прогнозы сбудутся. Это что касается сегодняшнего и завтрашнего дня. Но о том, какая погода будет уже через дня 3-4, когда все праздничные мероприятия и будут проходить на полуострове, это начиная с 15 марта и заканчивая 18 марта, я думаю, об этом расскажут уже мои коллеги чуть позже. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Салия, мы обязательно расскажем. Информативно как, ты более, смотри. Что нам да. есть что рассказать. Да. Спасибо, спасибо. А я тем временем, друзья, смог, наконец-таки я смог, я поймал нашего прекрасного корреспондента через веб-камеру. Да, вот. Ты давно за ней охотился, Да. Я давно охотился, в принципе, за нашими, такой охотник за корреспондентами, можно сказать. Охотился и смотрел, что же где не, но никак вот найти не мог. Все, я на Екатеринский сквер прыгал, на площадь, а вот в итоге... Вот она, недалеко от машинки, наша замечательная Саля. Да, я вижу. Прекрасным стримом. В продолжение темы, которую уже затронула Саля, расскажу, что 15 марта на этой площади, там, где сейчас гуляет наша прекрасная Салия, пройдет целый ряд мероприятий, посвященный общекрымскому, пятой годовщине общекрымского референдума. Здесь в 9:25 возле памятника народному ополчению, это буквально за советом министров, с другой стороны этого здания, начнется церемония возложения цветов. Потом будет шествие с участием руководства Республики Крым. И по центральным улицам города пройдет это шествие. И уже возле здания Госсовета в 10:00 состоится митинг-концерт, посвященный, опять же, таки, пятой годовщине воссоединения. Ну, кроме того, будет и молебен в Александро-Невском соборе в этот день. А в парке имени Гагарина концерт казачьих коллективов. Потом в главном корпусе Технической академии КФУ имени Вернадского тоже будет пройдет торжественный смотр юно-армейских отрядов кадетских классов. Вообще мероприятий будет очень много. И уже позже я расскажу, какие мероприятия будут не только 15 числа, а еще 16, а еще 18. Там будет грандиозный праздник. Просто мероприятий будет. Смотри, на столько дней это растянулось. Я просто утро рассказала. Я сейчас рассказала только те, которые пройдут, да. И на все успеть. Вот знаешь, я смотрю на площадь и думаю, вот когда по ней идешь, совсем мне кажется, что это такое вместительное пространство, куда помещается такое огромное количество человек, что там можно установить сцену огромную, и до тысячи людей собираются. А вот сейчас сверху смотрим с высоты, ну не птичьего, но полета птицы, которая кушала молокаши. И смотри, все. Да я тебе хочу сказать, что даже если открыть архивы, да, вот к 5-летней давности, увидеть, какое количество человек, людей собиралось на этой площади, то зрелище было буквально завораживающим. На самом деле оно очень вместительное, хотя, казалось бы, нет. Ну вот, с Ильей ее только недавно прошла вдоль и поперек, да, достаточно длительный путь. Я все это время наблюдал, пока ты рассказывал своими любопытными глазами. Ну да, действительно. Что мы вообще хотим сказать по погоде? Давай посмотрим. Небо действительно затянуто, как Саля и сказала. Дождь еще не накрапывает. Ну, судя по тому, что люди не съежились и зонтами не позакрывались. Но все-таки действительно придется пару дней, я подозреваю, потерпеть. Ты знаешь, мне кажется, мы потерпим, потому что все-таки весна уже чувствовалась в воздухе, хотя бы той погодой прекрасной, которая была вчера с утра, а не потом, когда пошел дождь, ну и позавчера. Поэтому мы, и осталось чуть-чуть потерпеть, мы потерпим. Сможем немного дождаться погоды, потерпеть это реально и вполне себе возможно. А вот что действительно сложно, знаю не понаслышке, так это дождаться, когда пойдешь к любимому мастеру, заканчивать или делать новый рисунок на теле. Да. Татуировки. Татуировки. Интересная тема, противоречивая для некоторых почему-то, а для кого-то любимая. Прямо сейчас давайте и посмотрим, что там с ними и как. Это
Это только эскиз тату. Всего через 2 часа мы увидим готовую работу, которая дополнит коллекцию на теле девушки. Евгения Залевская уже сбилась, какая у нее по счету татуировка. Зато отлично помнит первую. 3 года назад она наконец-то смогла придумать, как скрыть перелом ключицы. Жель – это национальная роспись, и она закрывает один из моих шрамов. Не очень красиво все-таки лето на юге со шрамом. А так цветы, узоры. Евгения подтверждает аксиому. Нательная живопись вызывает привыкание. Каждые полгода украшает себя новыми татуировками. Теперь это уже не цветы. Сегодня моду диктуют персонажи мультфильмов, герои кино, события из жизни популярных актеров и певцов. Допустим, даже смертность этих звезд. То есть посмертно бьют татуировки в дань типа уважения. Сейчас, как известно, умер из Prodigy, исполнитель, и уже начали делать татуировки с его портретом. Вирусную популярность вызывают и патриотические тату. Среди любимых нательных символов России – медведь и местные достопримечательности. 5 лет назад, во время референдума о принадлежности региона, крымчане буквально кожей выражали свою позицию. Контур Крыма часто бьют, очень часто. После референдума это была крымская традиционная татуировка. Мастера уверяют, тому, кто принял твердое решение набивать татуировку, бояться нечего. Все страшилки прошлого уже не актуальны. Инструменты обязательно стерилизуются, расходные материалы защищаются пленкой, а упаковка с иголками распечатывается при клиенте. Но особую гордость вызывают профессиональные тату-машинки. В этом плане Крым оказался впереди планеты всей. Наши крымские мастера настолько научились делать хороший, качественный продукт, что даже в Китае теперь подделывают такие машинки. Крымское оборудование покупают из стран СНГ, Европы и США. Его создатель Роман Недилько также получает заказы со всей России. Но самое главное, что в салонах уже никто не работает с оборудованием из гаек и болтов. Детали мы делаем на высокоточных металлообрабатывающих станках, на заводах заказываем. У нас есть собственная мастерская, где мы делаем, допустим, вот эти пластиковые корпуса на 3D-принтере и детали обрабатываем. Красим, собираем. Сегодня тату – особый язык тела, который постигает все больше людей. В салон за нательной живописью приходят как 13-летние подростки, так и те, кому за 50. У меня есть один клиент, я ему делал татуировку, а потом он привел свою маму. Она тоже сделала татуировочку небольшую, там клевер просто на удачу. Сейчас уже хочет продолжать дальше что-то там делать. По такому сценарию идут многие. Украшать тело готовы до тех пор, пока на нем есть место. Поэтому кажется, что недалек тот день, когда белой вороной будут люди с чистой кожей. Салия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Вновь незаметно пролетел первый час. На часах практически ровно 8 утра, а это значит, что еще час мы будем радовать вас самыми интересными, актуальными новостями, да и просто нашими прекрасными разговорами, Саша. Ну, потому что Артем абсолютно прав, на 2 каналах, на Первом Крымском и на Крым-24. Вот эти вот 2 часа с 7 до 9, они приятные, добрые, утренние, свежие. И мы все время обсуждали сейчас, как мы хотим кушать, поэтому пока у вас есть такая возможность, пожалуйста, воспользуйтесь здесь. Ой, обязательно покушайте, пожалуйста, и за себя, и за нас. Да. Это очень важно. Ну, а мы не раз повторяем, что завтрак – это важный прием пищи, самый важный, но не менее важно – умыться, выпить стакан воды. Кстати, без стакана воды вообще проснуться не могу. Знаешь, что я начала делать? Я начала пить клетчатку утром и ложку льняного масла, и она такая отвратительная, но я звучит это делаю. Звучит так себе, да? Звучит гаденько, на вкус так и есть, и ничего. Но я это делаю, не спрашивайте зачем. Да. Это женские штучки. Ага, то есть ты мне не рекомендуешь? Нет, да? Рекомендую, но просто. Ага. Интересно. Но это же все равно девчонки, они чаще заморачиваются, мне кажется, на всех этих тонкостях. Хотя я могу быть не права сейчас. Я думаю, что тут каждый, кто как воспитан, кто кем вырос, так себя и ведет. Независимо от того, мужчина, женщина. Мне кажется, кто-то следит за своим здоровьем, даже если он брутальный, бородатый, волосатый мужчина.
А какая-то роскошная и красивая женщина может такой быть от рождения и вообще не следить за своей красотой и прочее. Тут все просто, индивидуально. Да, но в таком случае роскошная женщина, она будет не очень недолго. Долго. Конечно, конечно. А вообще, чтобы быть роскошным долго, неважно, женщина-мужчина, нужно, мы уже сказали, завтракать, пить воду, кто-то вот пьет льняное масло, а главное следить за тем, что же там где происходит, чтобы вовремя, если что, сориентироваться. Да, нужно быть подготовленным и осведомленным. А осведомленными вам поможем быть мы, потому что и расскажем, и покажем, и проинформируем. То есть все только чего душа пожелает. Ну вот, например, на трассе Таврида возобновили укладку асфальта. Это стало возможным после того, как в Крым пришло потепление, грунт просох. Работы идут по графику, отставания нет. На строительном участке побывал Дмитрий Попов. Это разворотное кольцо в Белогорском районе недалеко от села Пролом подготовили к укладке предпоследнего, второго слоя асфальта. Тут кипит работа. Задействовано 12 единиц техники. Когда грузовики привезли стройматериалы, их перегружают вот таким вот образом в асфальтоукладчик. А когда уже он справляется со своей задачей, слой уплотняет катки, в которых тут работают 3 единицы. Машинист Алексей называет этот участок одним из самых трудных. Габаритной технике приходится маневрировать, разворачиваться и перегруппироваться на узкой дороге. Здесь на вираж идешь, быстрее не поедешь. Если слишком резко будешь поворачивать, плита может упасть. Нужно работать максимально аккуратно. На строительном участке скорость ограничена до 40 км в час. Движение реверсное. Хорошо, принял, давай, я своих держу. На прямых участках дороги работать значительно проще. За смену можно уложить до 2 км асфальта. Специалисты трудятся круглосуточно. Пересменка по 12 часов идет. С базы выезжаем, приезжаем, здесь меняемся и все. Главный враг асфальтоукладчиков – дождь. Брошенный в лужи материал становится ненадежным для покрытия. Утро моросило, но солнце быстро исправило ситуацию. В таких условиях можно работать. Осадков нет. Нет влажности. Главное, чтобы ему не было мокрое полотно. За качеством работ тщательно следят не только государственные структуры, но и сама строительная компания. Проверка проводится в несколько этапов. Смеси проверяется как непосредственно на заводе перед погрузкой его в самосвалы, так и здесь при поступлении на объект. После того, как работы по укладке будут выполнены, наши специалисты проведут забор кернов. А это образцы готового асфальта. Их протестируют, как и готовую дорогу. Пока идет строительство, скорость движения транспорта ограничена до 60 км в час. Четырехполосная трасса от Керчи до Севастополя будет готова в 2020 году. Дмитрий Попов, Игорь Пенищук, Новости 24, Белогорский район. С 2021 года в России изменятся правила допуска медработников к практической деятельности. Прежде чем врач сможет работать с настоящими пациентами, ему придется пройти тестирование профессиональных качеств на роботах. В Крыму, благодаря созданию специального центра симуляционного обучения, эта методика практикуется уже 2 года. Жизнеспособность искусственных людей испытал наш корреспондент Юрий Авдеев. Подготовка к взрослой жизни для детей начинается с игры в куклы, оказывается, для медиков тоже. Прежде чем начать работу с реальными больными, медики должны пройти подготовку с муляжами людей. Манекены-симуляторы не чувствуют боли, но в процессе обучения будущих светил медицины способны заменить пострадавших. На этом роботе мы сейчас отрабатываем лечебно-диагностическую процедуру, такую как коронарангиография. С помощью нее мы можем определить стеноз коронарных артерий, а если проще говоря, мы отрабатываем, как профилактировать лечить пациентов с инфарктом миокарда. В арсенале Крымского центра симуляционного обучения и аккредитации сложные устройства, максимально приближенные к человеку, в том числе к организму самых маленьких пациентов. Данный манекен ребенка позволяет врачам-педиатрам и студентам, в первую очередь педиатрам, практиковать физикальные методы обследования ребенка. Манекен является достаточно гибким, что позволяет приблизиться максимально к проверке многих рефлексов, которые должны присутствовать у ребенка в норме. Стоимость одного такого робота от 7 до 9 миллионов рублей. Общая стоимость оборудования медцентра – 300 миллионов. Все симуляторы отечественного производства. Основная задача – отработать медицинские манипуляции, операции в условиях виртуальной реальности, на тренажерах. И лишь после этого, убедившись в их безопасности, подходить к реальным пациентам.
Создание симуляционных центров обучения по всей стране призвано свести к минимуму возможность врачебной ошибки. Крым сумел осуществить серьезный рывок, став одним из общероссийских лидеров внедрения прогрессивной методики. Осенью 2018 года на базе медицинской академии и центра симуляционного обучения и аккредитации была проведена внутривузовская олимпиада для студентов старших курсов, олимпиада «Медицинские вершины». В апреле этого года мы планируем проведение олимпиады уже на всероссийском уровне, с международным участием. Такой центр предназначен не только для начинающих медиков. Совершенствуют свое мастерство и опытные врачи. Здесь проходят обучение студенты, врачи-ординаторы и практикующие врачи, которые проходят у нас обучение на факультете после дипломного образования. Тестирование учащихся центра проходит в обстановке, максимально приближенной к реальности. Никто не знает, какое задание он получит. Робот, в отличие от пациента, подсказок не дает. Вы пришли в поликлинику, открыли кабинет, на полу лежит человек без сознания. Время пошло. Главное — спасти человека. Огонь. Оценка ритма, фибрилляция, дефибрилляция. Отошли? Разряд? Синусовый ритм восстановлен. Эти симуляторы, язык не поворачивается, назвать роботами. В их венах течет искусственная кровь. В их груди бьется искусственное сердце. Их легкие полностью имитируют работу дыхательной системы. Они почти как люди. Юрий Авдеев, Олег Черемисин, Новости 24. Ну, в любом случае, люди, роботы или не люди, это не нам решать, но тем не менее, конечно, стендап у Юры Авдеева эффектный, ничего не скажешь. Ничего не скажешь, главное, что все прошло хорошо, дефибрилляция привела его в чувство. Вот, главное, бесшумно было, так интересно, тихо, в фильмах, знаешь, эти разряды, они прямо громом так разносятся, вот, а здесь так легко. Раз и встал, сначала лег, а потом встал. Вот бы утром так просыпался, знаешь, вот я по крайней мере. Кажется, нужно нам приобрести себе такие. Нет, я... Слушай, не дай бог по дефибриллятором утром просыпаться, там разряд многовольный, насколько я знаю. Ну, опять же, я это знаю откуда, я это все в кино видел. Вот, Саш, давай только откровенно перед всеми зрителями, как часто смотришь фильмы? После работы, может быть, дома? Я после работы могу включить какой-то фильм, прям правда, но то, что я буду его смотреть, вероятность буквально 10% из 100, потому что обычно это что-то фоновое, мелодичное, в это время, пока ты что-то готовишь на ужин, либо завтрак заранее, потому что я тоже вот такое практикую. Вот таких людей надо наказывать. Я знаешь, как каждый разлюсь, потому что режиссер, он же старается, каждый кадр вымеряется миллиметрово, каждая музыкальная сцена подбирается, а есть люди, которые могут пойти заваривать себе чайник, ставя паузу на компьютере, пропустив 10 минут фильма. Этики. И вернувшись, это да. Я. Моя любимая история про то, как на ночь глядя мой хороший друг начал смотреть сериал, заснул и проспал в районе 10 серий. И продолжил с того места, где проснулся. Не интересуюсь о том, что там произошло. Вот до сих пор простить ему это не могу, потому что, ну не знаю, я, может быть, как-то даже гипертрофирован, но чувствую всю эту боль за режиссера, когда он старался, каждая вот цветокоррекция каждого лучика солнца и все. А человек берет, вот идет, заваривает чай, пока этот... Негодяйство кадр. Какое. Но вот так тоже иногда бывает. Ну, поэтому, например, я зато и не сплю в кинотеатрах. Правильно. А знаешь почему? Потому что, чтобы посмотреть фильм внимательно, за него нужно заплатить деньги. Тогда-то зритель все высматривает. Каждый миллиметр, потому что все эти деньги нужно окупить, насладиться на максимум. Кстати говоря, не обязательно и в кино для этого идти. Можно, в принципе, потратить деньги на билет в театр или на выставку и получить удовольствие. Ну, я бы сходила с удовольствием, но прежде нужно с вами нам посмотреть, что там сейчас идет. Чем мы сейчас займемся? На основной сцене в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького разыграют лирическую драму «Варшавская мелодия». Спектакль поставлен по пьесе Леонида Зорина. Случайное знакомство польской певицы и советского винодела перерастает в настоящие чувства. По сюжету события развиваются в 40-х-60-х годах 20 века, время, когда браки с иностранцами были запрещены законом. Какая судьба ждет влюбленных, вы можете узнать в 19:00. В Симферопольском художественном музее выставка работ живописца Адама Каца. Кисти мастера принадлежат портреты Михаила Щеглова, Николая Басманова и других. Полотна классика крымского искусства второй половины 20 века познакомят зрителя с образным миром вдумчивого художника и тонкого ценителя красоты. Выставка продлится до 21 апреля.
На киноэкранах русская комедия «Лови момент». В главных ролях звезда клипа, экспонат и актриса театра Юлия Топольницкая. Ее героиня Рита – амбициозная девушка из провинции, решившая вырваться из рутинной жизни небольшого черноморского городка. Приезжает в Москву поступать в театральное училище. Покорит ли она столицу и с какими трудностями столкнется, покажут на вечерних сеансах. Для тех, кто хочет посмеяться от души, американская комедия «Родители легкого поведения». В центре сюжета обеспеченная семейная пара Фрэнк и Нэнси. Когда приходит время отправлять дочь в колледж, оказывается, что от былого богатства остались только долги. Чтобы скрыть финансовый крах, горе-авантюристы придумывают коварный план. Например, сдать в аренду чужой особняк. Время сеансов вы можете выбрать сами. На киноэкранах в этот день новый фантастический блокбастер от одной из самых успешных киностудий мира «Капитан Марвел». Ведущую роль сыграла американская актриса Бри Ларсон, известная по фильмам «Комната», «Девушка по вызову» и «Перестрелка». По сюжету она пережила опаснейшее столкновение с инопланетными расами и стала одной из сильнейших супергероев в галактике. Время сеанса вы можете выбрать сами. Сами также вы можете выбрать, когда вам заправлять автомобиль. Я могу лишь подсказать, но для этого следуем за мной. Давайте посмотрим, что там на рынке горючего топлива. Конечно, если у вас электромобиль, то эти цифры будут для вас максимум просто интересны. Газ стоит 27 рублей 96 копеек. Все еще самый дешевый. Ну и хорошо. Дизельное топливо 51 рубль 31 копейка. Более-менее стабильная цена, конечно, выше газа, менее чем в два раза. 92-й бензин стоит дешевле дизеля. 47 рублей 21 копейка. Естественно, 95-й подороже. Фактически, вот давайте посмотрим, на 3 рубля дороже 95-й. Тут уже вам решать, стоит ли эти 3 рубля того. Он стоит 50 рублей 35 копеек. И 98-й бензин с таким вот интересным ценником стоит на 6 рублей дороже 95-го и больше, чем на 9 рублей дороже 92-го бензина. И стоит он 56 рублей 56 копеек. Вот такая интересная сумма. Что же, знаете вы цены на топливо и, возможно, а невозможно, а обязательно, должны знать цены на валюту. Прямо сейчас я вам их и расскажу. Всего поговорим о двух единицах, посмотрим, какая у них стоимость. 65 рублей 96 копеек стоит единица доллара. Немного цена выросла. Ну что же, если для вас это выгодно, ловите момент. Невыгодно, потерпите, переждите. 74 рубля 57 копеек стоит евро. Оно стремится за долларом, никак не хочет отступать и тоже вырастает. Кстати, чаще всего это происходит одновременно, лишь иногда что-то падает, а что-то растет. Вот такая цена за две валюты. На самом деле, между прочим, ситуация не самая критическая, потому что при нас евро с долларом падали, при нас они и вырастали. Ну и то правда, при этом особо этот курс валют, он обычно не сильно, все-таки разница скачет, но не сильно. Ну мы, конечно, ждем понижения, на самом деле. Я не знаю, как брокеры на биржах, они, возможно, ждут роста. Тут уже на их совести. А мы, конечно, ждем, когда ситуация будет еще стабильнее. Ну а что же, опять же, как хорошей погоды, все люди всегда ждут чего-то лучшего, на самом деле, мне кажется. Мало того, что лучшего, так еще доброго и светлого. Сейчас, например, такое же доброе и светлое, как утро за окном. Может быть, пока еще только светает, но тем не менее, надеюсь, в ваших квартирах, в ваших домах сейчас та самая светлая, теплая и уютная атмосфера. Вот этот самый настоящий уют, он бывает только рано утром и вечером. Знаешь, вечером, когда уже никуда... Свет и закат, когда? Да. Вот утром, когда тебе еще нужно идти, но ты проснулся пораньше, еще есть часик на свои дела, ты завариваешь теплый чай. Чай, наверное, главный герой наших выпусков. Что уж там. Ты завариваешь теплый чай, сидишь себе, может быть, включаешь телевизор, может быть, включаешь фильм, серию сериала, неважно, и наслаждаешься. А может быть, ну, только может быть, смотришь, что там крымчане повыкладывали в сеть. А если вы сами посмотреть не успели, мы вам с удовольствием покажем. Прямо сейчас. Когда цены на цветы кусаются, а порадовать любимую хочется. Выход из ситуации нашел житель Алушты. 8 марта он просто выкопал растения, посаженные вдоль тротуара. Сразу же упаковал в пакет и загрузил в автомобиль. Позже в одной из соцсетей пообещал, что будет за ними ухаживать вместе со своей спутницей.
Красноперекопский автобус заблокировал сразу две машины. Как долго продержал в заложниках автомобили, не уточняется. В Севастополе вооруженное ограбление на автозаправке попало на видео. На записи видно, что преступников было трое. При себе имели оружие. Сотрудникам АЗС пришлось отдать все деньги. Но, к счастью, севастопольские правоохранители задержали злоумышленников. В Евпатории пользователей соцсети взбудоражило это видео. На нем горят камыши возле известного у туристов озера с лебедями. Птицы никогда не покидают эти края. На прошлой неделе камыши горели в Сакском районе, Феодосии и недалеко от Симферополя. В Севастополе дрифтеры решили показать класс, вот только место для этого выбрали неподходящее. Одна из машин не вписалась в поворот и врезалась в столб. Зрителей такое фиаско только позабавило. А вот водителю все-таки неплохо было бы попрактиковаться, прежде чем упражняться в экстремальной езде. В Крыму сотрудники МЧС спасли упавшую в реку Карасевки лошадь. Животное не пострадало, но было сильно напугано. А на этом видео традиции кулачных боев на празднике. Массовая драка произошла в Евпатории. Так как инцидент случился 8 марта, в нем приняли участие и представительницы прекрасного пола. Большинство комментаторов в социальных сетях осудили драчунов. Вот чудеса. Нашу Салю и тут, и там показывают. Потому что прямо сейчас она не только прочитала прекрасный Крымонвай, но еще и выйдет со своим стримом, расскажет, что там в городе, может быть, поделится какой-нибудь полезной информацией. Снова здравствуй. Сальчика. Доброе утро, коллеги, еще раз. Сейчас я действительно расскажу самую полезную информацию, а вернее о том, какие мероприятия ожидаются 15, 16, 17 и 18 марта. 15 марта в 9:25 церемония возложения цветов к памятнику народного ополчения всех времен. Далее по центральным улицам Симферополя пройдет шествие с участием руководства Республики Крым. В 11 часов также ожидается праздничный концерт у стен Государственного совета, но также и концерт ожидается в парке имени Юрия Гагарина. Там будут выступать казачьи коллективы, также будут угощать традиционными казачьими блюдами и состоится конкурс по рубке шашкой. Далее, 16 марта, мотоклуб «Ночные волки» подготовил также небольшой сюрприз. Это будет авто- и мотозабег, в котором примут участие около 200 человек, но также принять участие могут все желающие. Главное условие – наличие при себе российского и крымского флагов. Начнется формирование колонны в 8:30 на площади Ленина у здания Совета Министров. Стартует автоколонна в 10 утра и проследует из Симферополя в Севастополь, а далее на улице до спорта, где также будут вручаться памятные награды и медали. Ветер там, конечно, очень слышно. Да, очень плохо слышно, не все удается разобрать. Но также там будут. Но кое-что все-таки удается услышать. И ожидается выступление ансамбля песни и танца «Арарат». Ну и 18 марта. Бедная Саля, конечно, если честно, технические обстоятельства не позволили ее дослушать до конца, потому что я представляю, как там дует, и сейчас, знаешь, переживаю не сколько за звук, сколько за нашего корреспондента. Чтобы ее не сдуло, потому конечно. Что и не а заболела. Да? А так вот, так глядишь, знаешь, тоже по веб-камерам посмотрим, а там летит Саля где-то. Ну, ни в коем случае. Сале нужно себя беречь, поэтому как только придет на студию, я буду настаивать, чтобы она выпила теплый, согревающий, горячий чай. Но это прям обязательно. И еще главное с сахаром, чтобы глюкоза все-таки, энергия. А вы, в свою очередь, дорогие зрители, пока можете как раз убедиться, какая на улице погода, и заранее уже одеться потеплее. Да что уж там потеплее, в скафандр, мне кажется, нужно одеваться, знаешь, надеть на себя. Шарф обязательно, шапку, я думаю, что без перчаток не обойдется. Главное, обувь чтобы... хорошую. Обувь обязательно, главное, чтобы не задувало. Вот я, как известный любитель путешествий в плохую погоду, вам скажу, что обувь решает все с мокрыми ногами, хотя даже дождь будет накрапывать, обещают, поэтому, конечно, обязательно обувь с мокрыми ногами ходить будет не очень приятно. А еще, между прочим, есть секрет, я о нем уже говорил, внимательные зрители помнят.
Перед выходом в непогоду очень важно хорошо, плотно, сытно покушать. Это как ты думаешь, какие компоненты обязательно должны входить в такой прием пищи? В утренний? Вот перед выходом в плохую погоду. Может быть, в утренний, а может быть, кто-то в обед во вторую смену пойдет? Мне кажется, это смесь белка с сыром. Ну, яйца, сыр. Вот, вот все сейчас гонятся с белками, ну, потому что модно. Все же в спортзал выходят, а там тренер говорит, да? Нет, просто яйца пожарить проще. Ну, нет, яйца пожарить проще, конечно. Но на самом деле это немножечко миф, потому что когда погода плохая, ну, вы понимаете, когда погода не очень, хотя определять плохую погоду – сложный вопрос. Ну, в общем, нужно съесть как можно больше медленных углеводов и жиров, чтобы организм вырабатывал энергию и, соответственно, прогревался, как бензином заправить автомобиль, чтобы работала печка. Топливо, вкусное топливо. Да, вкусное топливо. Кстати, вот говоря, вкусное топливо может быть, в принципе, и полезным. Об этом, как никто, знают люди, которые держат пост. А ты никогда не держал пост? Нет, я пост не держу, как бы эта тема немножечко мимо меня проходит, но я знаю много людей, кто пост держит. Я один раз пыталась, аж 4 дня. Аж 4 дня продержался, Саша. Это прекрасная новость, а как продержать пост больше 4 дней и потом гордиться собой еще больше? Прямо сейчас вам и расскажем в нашем следующем репортаже. Великий пост считается главным в церковном православном календаре. Это подготовка к основному празднику религиозного мира – Пасхе. Чтобы почувствовать радость и святость не только душой, но и телом, 40 дней нельзя кушать мясо, рыбу, молоко, сыр и яйца. Поэтому в первую неделю пост-диеты рекомендуется сделать акцент на крупах. Например, овсянка на завтрак, салат из свежих огурцов и помидоров на обед, отужинать можно гречневой кашей и тушеными грибами. Во вторую неделю нужно сделать акцент на овощи, зелень и абсолютно любые фрукты. Яблоки, бананы, апельсины, мандарины, гранат – максимальное количество природных витаминов. Ну а овощные салаты не забудьте приправить растительным маслом для здорового усвоения пищи. На третью неделю можно побаловать себя медом и грецкими орехами. Они богаты белками, витаминами Е и В, железом, кальцием, калием и магнием. На четвертую добавляем вареные яйца, бульон из овощей, отварной картофель, спагетти с сыром. На шестую, седьмую можно кушать все вышеперечисленные продукты. Пост я так относительно соблюдаю, в канон верю, в Бога верю. Каждый человек выбирает для себя, и даже в семье тоже. То есть кто-то хочет, тот постится, кто не хочет. У нас бабушка постится. Да. А мы еще нет. Наша семья постится обязательно. И вам советую придержаться этого тоже. Ну, это неплохо, это очень хорошо. Маленькая хитрость – 7 недель воздержания от мяса и рыбы. Заменить эти продукты можно бобовыми. Гороховая каша, кукуруза, суп с фасолью. Хлеб выбирайте ржаной. Главное правило православного поста заключается не в еде. Человек в первую очередь должен очиститься духовно, сходить на службу в церковь, читать молитвы дома, простить ближнего своего и примириться с ним. С понедельника по четверг первой недели Великого поста во всех храмах Симферопольской и Крымской епархии митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь читают покаянный канон святого Андрея Крицкого. Канон Андрея Крицкого содержит в себе около 250 стихов. Он довольно большой по форме и непростой по содержанию. В оригинале он был написан на греческом языке, позже его перевели на церковно-славянский. Именно в таком виде мы можем слышать его в храме. Поститься все 40 дней по силам не каждому. Те, кто хоть раз выдерживал такую диету полностью, стараются соблюдать пост каждый год. В этом он начался 11 марта и продлится 7 недель до Пасхи, 28 апреля. Ксения Шарапановская, Олег Бойко. Утро нового дня. А я, между прочим, знаю про еще один вид поста. Возможно, не такой же важный, но для многих людей такой же сложный. Насколько я знаю, иногда люди пытаются отказать себе в интернете. Лишний раз там стараются не сидеть, фильмы не смотреть или в социальные сети не заходить. Ну, либо родители не разрешают. Родители не разрешают, но я просил не рассказывать никому, а то вот так вот на весь телевизор. Ну, я думала, что ты не поймешь, что я тебе. Вот, но на самом деле, я думаю, что в 21 веке это очень сложно. Для кого-то, ну, лично для меня, это даже гораздо сложнее, чем было бы держать пост. Потому что, как мы уже говорили, я, по сути, пост все время и держу. Но смысл в том, что я не представляю нашу жизнь без социальных сетей. Не потому, что там что-то сверхинтересное. Признаюсь, новостную ленту даже не листаю. Потому что это уже просто как маньячество какое-то. Да это удобно все... элементарно, понимаешь? Да это не только удобно, это просто ты проснулся, обновил, ты усы засыпаешь, обновил. Ну, мало ли, что-то пропустишь вдруг. Конечно, важное. А я вот помню времена с детства. Заходишь и стучишь в дверь. Здрасте, Артем выйдет? Ну, вот тогда и выходишь. А сейчас
быстренько-быстренько в социальных сетях написал, выходи, увидимся, и все. И встретились там, где нужно, да, и более того, сориентировались, куда пойти тоже при помощи интернета. Знаешь, живем мы хоть и в крупном городе, но далеко не в самом большом. По опыту в жизни в большом городе могу сказать, что там без интернета сейчас уже ну просто невозможно. Города перенаселены, людей очень много, и поэтому ориентироваться как раньше, просто взглядом по ориентирам или спрашивать у прохожих, это нереально. Навигатор какой-нибудь. Да, совершенно нереально, потому что в центре города ты не найдешь местных элементарно. Так вот с компасом буду да, ходить. Да, то есть если подходить к людям и спрашивать у них, здравствуйте, а как пройти туда, ты тебе скажешь, да я без понятия, сам вот посмотри в навигаторе, забей, что-то там самый умный. Ну, кстати, обычно так и говорят. Да. Как ни крути. Или во сколько, что, где начинается. Уже же, ну вот спросишь у прохожего, тебе же никто ничего не подскажет. Это знаешь, как про одесситов шутили, что у них есть фишечка, говорить неправильный адрес приезжим, потому что я не знаю почему. Сколько раз я была в Одессе, я не замечала на самом деле таких моментов, но в анекдотах так и говорится. Что неправильный адрес, эти одесситы. Да, на самом деле, совсем скоро, я вот признаюсь, снимаю небольшой ролик про то, как ориентироваться в незнакомом городе. И там главный совет есть, что не доверяйте людям, которые не уверены в своих подсказках. Если человек показывает рукой в одно место, он говорит, нет, туда. Или если он говорит, так, вам на улицу Гоголя или Ленина. Что, у женщин вообще не стоит спрашивать дорогу или нет, как? Нет, я так не считаю, нет. Дорогу можно спрашивать у всех, главное, чтобы человек был уверенным. Потому что неуверенный человек, скорее всего, просто боится вас подвести, и поэтому старается выдумать на ходу, куда бы вам пройти, просто чтобы показаться компетентным в данном вопросе. Но, кстати говоря, на самом деле, интернетом пользоваться надо уметь, и нужно правильно подбирать им информацию, потому что мусора, конечно, там тоже много, и неправильных адресов там, поверь, еще больше не раз оказывался в тупике. Поэтому специально для вас мы в нашей студии не щадим сил, подбираем самые актуальные видео, самые актуальные истории, и прямо сейчас вам их и покажем. В социальных сетях набирает популярность жестокая правда об ананасах. Оказывается, все это время мы разделывали его неправильно. Дело в том, что ананас – это не единый плод, а соплодие, поэтому нужно отрезать верхушку, а каждый кусочек отрывается от оси просто пальцами. Аппетиту этих животных можно позавидовать. Утки Пепе и Арнольд обожают горох, и когда речь заходит о любимом лакомстве, об аккуратности речи не идет. Хозяева рассказали секрет такой прожорливости. Питомцев с детства приучали к еде с помощью приложения. В Шотландии приют для животных объявил сбор щеточек от туши для ресниц. Это вовсе не для звериного макияжа. Оказывается, они нужны активистам для ухода за питомцами. Щеточки заменяют осиротевшим животным родительскую ласку. А еще ими очень удобно снимать шерсти и перьев паразитов. Российские пользователи Ютуба снимают бюджетные версии тизеров и заставок популярных сериалов и фильмов. Культовые персонажи узнаются легко, несмотря на то, что подручными материалами служат пельмени, сосиски и даже вантус. Утром 10 марта на Камчатке проснулся вулкан Шевелуч. Извержение пепла достигало высоты 4,5 километров и продолжалось несколько дней. К счастью, рядом с вулканом нет населенных пунктов, поэтому опасности для жителей нет. В Канаде нужно быть всегда начеку. На гостеприимной земле вас могут встретить не слишком дружелюбные местные жители, как, например, этот кенгуру. Одно из сумчатых несколько раз атаковало парапланериста, но, к счастью, спортсмену удалось отразить нападение и отогнать животное. Ого ж, чего только в сети не найдешь, я тебе скажу. Представляешь, вот так вот захочешь полетать, а в итоге не приземлишься как-то не очень. А там тебе кенгуру, здравствуйте, на, получай. Так они же драчливые какие, да, я да, знаю да. Это, я читала. Кенгуру достаточно агрессивные, да, насколько я знаю. Ну, в принципе, можно понять, жили они себе в своих австралийских прериях. Беды не знали, а тут приехал белый человек и давай охотиться на забавных зверюшек. Их, да, конечно, была охота. Так, а самое, самое интересное, ты знаешь, что в машинах есть такая вещь, передний бампер иногда называют кенгурятником. Нет, наверное, я знаю, что есть бампер, я знаю, где это, я даже один раз его стукнула нечаянно. Да, ну это надеюсь. Но при этом... Ну там без царапин обошлось, не надо никуда звонить, все в порядке. Все нормально, да. Но то, что он кенгурятник, как? Не бампер, а вот защита бампера, такая металлическая решетка, называется кенгурятником. Я все думал, почему? Да вот почему. В Австралии есть термин «сухопутный поезд». Это огромный, поскольку это абсолютно ровный континент, ровнейший. Да. Там грузят экстремально длинные фуры. Они очень длинные, они на огромной скорости идут по знаменитым австралийским хайвеям.
Так вот, им вперед были вынуждены ставить защиту, в прямом смысле, клинья, чтобы сбивать кенгуру, потому что они постоянно попадаются под дорогу. Если, не дай бог, животное попадет под колесо, эта фура перевернется. Поэтому была установлена защита, которая просто не давала... Как у поезда, защита, которая сбивает бревна, упавшие на... Так и против кенгуру. Вот так вот мы имеем такое грустное название «кенгурятник». Кстати, на самом деле, есть еще интересная информация... В том же самом интернете взял. Одна очень знаменитая фирма такси выложила список вещей, которые люди забывают в автомобилях статистически чаще всего. Ой, я там только не забывала, это просто. Так вот, понимаешь, ты не одна такая. Ну, конечно, стандартно. Чаще всего забывают телефон, камеру, кошелек, ключи, рюкзак, сумку, одежду, наушники, часы. А сейчас еще, знаешь, что вейпы стали забывать. Потому что живем и гироскутеры. Вейпы и гироскутеры, наверное, стали забывать. Ну, а вот самый топ забытого возглавил просто потрясающий. 8-месячная собака Чихуахуаба была забыта однажды. Это при том, что эти собаки, обычно хозяйки их трусятся с этими собаками. Да, да, видно, какая-то подружка подвозила. Да, были забыты наручники, фотография поцелуя, 6 куриных наггетсов в коробочке, смокинг для собаки, зубы и золото 18 карат, профессиональный хула-хуп, голова лося, голова лосося, трубка для медицинского, да, свидетельство о рождении, скейтборд и, конечно же, перья павлина. Скажи мне, вот все, понимаю, правда, и перья павлина, с концерта ехала, и голову лосося, суп хотела сварить рыбный, но как можно было забыть зуб золотой? Скажи это мне, что, просто вытащил, положил где-то там, чтобы он тебя подождал аккуратненько в пакетик? Скажи мне, как можно было забыть чемпионский пояс по борьбе лего? Вот просто расскажи мне. Расскажи мне, как можно было выдать чемпионский пояс по борьбе лего? Мне интересно, это борьба лего, как это вот борьба в грязи есть или в пене? Или, ну, да нет, это, наверное, кубики вот эти. Ну, может быть так. А я уже подумал про грязь. Кстати, про грязь. Вспомнил сразу же и захотелось узнать, будет ли сегодня грязь, какую обувь обувать, потому что это важно. Узнаем прогноз погоды прямо сейчас. А чтобы в такси ничего не забыть, нужно выехать вовремя. А чтобы выехать вовремя, да и приехать тем более вовремя, нужно понимать, что там в городе с пробками. И сразу я своим орлиным зрением вижу, что не все хорошо. Смотрите, знак о том, что произошла авария. Первым делом посмотрим, что там с ней. Так, это у нас Куйбышевское кольцо. И вот прямо на кольце авария. Посмотрите, друзья, нужно быть осторожнее. Нужно ни в коем случае не спешить, ехать аккуратно. Есть такое правило, многие поймут, называется 3D. Дай дорогу человеку, который не так хорошо водит, как ты. Звучит оно, не спрашивайте, почему 3D. Давайте посмотрим на город с высоты птичьего полета и сразу поймем, куда нам нужно обратить свой пристальный взор. Итак, в принципе, ситуация стандартная. Пробки в центре, пробки возле Куйбышевского кольца и на некоторых развязках объездной дороги. Сейчас все по порядку и разберем. Поскольку мы уже были на Куйбышевском кольце, к нему и приблизимся. Итак, улица Киевская, движение затруднено. Неудивительно. Кстати, такая же ситуация, посмотрите внимательно, и на улице Шмидта. Улица Блюхера, кстати, хоть еще и движется, но тоже скоро, пожалуй, образуется пробочка. Проспект Победы.
Тоже по направлению к Куйбышевскому кольцу движения фактически нет. Местами оно все-таки проходит, но дальше пробка стоит и не движется. А вот проспект Победы вполне себе замечательно движется наверх. Что хорошо, так что если вы спешите на объездную, еще можете успеть. На Лермонтова пробка, в принципе, я там на самом деле больших пробок никогда не видел, но движение слегка затруднено. Бульвар Франко зато стоит. Что поделать? Бывает. Надеюсь, что стоит. Да, стоит не по направлению к... Точнее, по направлению к улице Киевской и дальше по направлению к центру. Мы, кстати, тоже направляемся к центру, прямо по бульвару Франко. Посмотрим, что там дальше. Ну, центр затруднен, но не стоит. Это уже хорошо. Правда, традиционно стоит наша самая любимая улица Ленина, на которой пробки образуются просто регулярно. Постоянно. Еще где-то я видел затор. Сейчас хочу посмотреть, разузнать, что это. Улица Гагарина. Вот так, на самом деле, самая неудобная улица для пробок, потому что, когда ты куда-то спешишь, особенно на ЖД вокзал или в какой-нибудь большой торговый центр, встать на этой улице в двухкилометровую, представляете, это же не шутки, пробку, это не самое приятное. Я в таких пробках, кстати, стоял. Такое себе удовольствие. Давайте посмотрим, что там на объездной. А на объездной авария. Вот оно как. Прямо на развязке, где затруднено движение. И там тоже небольшое кольцо есть. Я думаю, вы понимаете, о каком именно кольце я говорю. Там как раз-таки, да, иногда можно попасть, подрезать автомобили, врезаться. Что же, значит, пробка все-таки, наверное, будет, если водители быстро автомобиль не уберут. А в целом объездная свободная. Так что давайте, выезжайте пораньше, делайте небольшой круг по городу, зато добирайтесь до местного назначения вовремя. Вообще, вот что хочу сказать на самом деле. Катаясь с нашими водителями, да, и катаясь самому, я понял, что на самом деле не существует пробки, которую нельзя объехать. Ну, разве что, когда ты уже на трассе и образовалась пробка резко и неожиданно, тогда, конечно, встрял так встрял, но ничего не поделаешь. Ну, главное, встречку в таких ситуациях не выезжать. Ни в коем случае. Вот на улице Ленина водители, кстати, очень любят это делать, даже подумывая снять об этом сюжет. Потому что нарушать нельзя не только для собственной безопасности. Многие люди ведь о себе не думают, уверены, что все в порядке, но и для окружающих. Просто людей. Человек, да, это, конечно, нехорошо, но может идти в наушниках, и так делать нельзя, их нужно снимать, если вы переходите дорогу. Я на самом деле, даже если говорю по мобильному телефону, и в это время перехожу дорогу, я всегда говорю, я попозже свяжусь, и спокойно перешла, пусть даже это небольшая зебра, небольшой участок дороги, но только потом продолжаю дальше говорить, потому что то же самое, что за рулем, ты всегда несешь ответственность не только за себя, а нужно думать и о тех, о других, не только о людях, но и о автомобилях, которые едут, конечно, конечно, в движение, потому что, ну, кто-то устал, кто-то уснул, не всегда просто кто-то именно торопится, а у кого-то жена рожает, он в роддом летит. Ситуации разные бывают. Так вот в том-то и ситуация, что аварии никогда не происходят со зла. Ну, нет, конечно, иногда происходит, бывает, когда очень злой водитель специально какой-нибудь жмет газ. Вот, да. Но ситуация в том, что чаще всего они происходят по неосторожности, по невнимательности, когда человек думает, ай, проскочу, или, ой, да никого там не будет на этом переходе, в час ночи никто не идет. Надо быть внимательным всегда. Каждую минуту, каждую секунду, когда вы находитесь на дороге, особенно если вы на трассе, и особенно если вы отправились в путешествие. Но если у вас сегодня рабочий день и в путешествие отправиться не получится, не переживайте. Мы с полной ответственностью специально для вас отправляемся в путешествие каждый день. Мы попутешествовали за вас. Да, мы путешествовали за вас. Поэтому прямо сейчас предлагаю посмотреть, что там происходит в Верхоречье. В живописной Качинской долине раскинулись широкие зеленые поля. Со всех сторон это место окружают величественные горы и древние городища. Одно из них – Качи-Кальон – древнейшее пещерное поселение на Крымском полуострове. Это сейчас здесь пусто и совсем никого нет. Но в скором времени майские праздники в этих живописных местах будут прогуливаться тысячи туристов. Появление поселения Качи-Кальон связывают с торговым путем, соединяющим юго-западную часть с южной частью полуострова. Тысячелетием стоянка древних людей хранит тайны, которые пытаются понять молчаливые созерцатели. До наших дней дошли только пещеры, очертания комнат и резные кресты. Но это в горах, а в полях практически круглый год трудятся фермеры. Когда-то давно здесь были яблочные, грушевые сады. Совсем недавно землю вновь взяли в аренду. Теперь есть и работа, и урожай.
В одно время здесь ничего не росло и работы не было, но уже как 4 года жизнь протекает здесь иначе. Местный народ трудолюбивый, благодатью считают солнечную погоду и хороший урожай. Огурцы пойдут, помидоры, вот там дальше будут, у людей будет больше работы, прям урожай. Не прекращается. Ну вот мы начинаем, например, с марта и до сентября, до октября месяца мы работаем. Руки Светланы в земле. Говорит, что в ней родимой черпает свою силу, поэтому и мечты у женщины соответствующие. Ой, погода чудесная сегодня. Только работать. Все, девочки, приходите до других. Работают, не покладая рук, ведь самое ценное – земля, и относятся они к этому дару с трепетом и любовью. Промыслом своим занимаются круглый год. К весне поспеет клубника, затем пойдет и другой урожай. Вот посадили клубнику, сейчас обрабатываем ее, готовим ее к весне, чтобы были хорошие кустики, чтобы был урожай хороший, бурьян дариваем, потом полють ее. Потом будет урожай. Только все далеко не так просто, как кажется. Землю нужно не только обрабатывать, но еще и удобрять и орошать. Это не просто речка, это специальный водооток для полива ближайших полей. И таких долин по Крыму множество. Главное – это труд и желание, с которым люди идут работать. И в любой части полуострова их объединяет одно – любовь к родине. Вот знаешь, мне кажется, что в каждом человеке бьются два начала. С одной стороны, хочется быть горожанином, таким урбанистом из крупного города, туда на метро, оттуда на джет-самолете, потом на вертолете куда-то. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но все же жить такой насыщенной жизнью активной. А с другой стороны, так тянет за город. Да вот так вот высаживать свою клубнику. Я еще не тянет. Еще не тянет. А ты знаешь, возможно, просто это что-то генетическое, и просто поэтому я и сидею раньше времени. Но... Нет, ты знаешь, у меня ты отлично сидеешь. Ну, в смысле. Спасибо. Спасибо, Александра. Отлично. Не сильно. Вот. Просто, мне кажется, ну, у меня на самом деле папа очень любит в земле ковыряться, поэтому, может быть, я к этому приду. А я вот жду не дождусь, когда у меня уже будут расти мои небольшие веточные томаты, возможно, черри. Причем я не хочу проводить там все время. Но знаешь, вот жить двумя жизнями. Одного Артема отправить в большой город, а одного оставить в провинции, чтобы вот он... В чем же провинция может примыкать к большому городу, между прочим. А ты дели Артемов на будничных, да. Артемов. А можно, да, а можно купить дом в пригороде, допустим. Вот об этом вот. Я мечтаю. И там розмариновый куст, там рукула однолетняя, там орегано, потом посадить там базилик душистый, который в Крыму, ну, не могу найти, мне все про него рассказывают, везде этот синий базилик. А я люблю душистый. Но, а самое главное, чтобы в этом частном дворе в пригороде была собака. Вот мечта с детства, иметь верного друга, который будет, ну, не просто охранником, а настоящим компаньоном. Кстати, такого наши зрители могут взять домой, буквально усыновить прямо сейчас. Солнышко Брайт очень ответственный и внимательный. Он умеет охранять и дружить. Добрый и любящий парень. Он очень красивый, но грустный, потому что люди его взяли и предали. Звоните. Пусть солнечному псу повезет. Плюс 7978-863-1103. Ну, а если, правда, взять себе такого красавца на вооружение рядом под бок, друга, можно, не знаю... Собаку на вооружение, я прям представляю. Это, наверное, он будет знать команду «Апорт» и «Фас», да? Ну, нет, я же намного добрее, чем кажусь. А, кстати, ведь собак учат командам на немецком, да, вот в основном? Это же немецкая школа дрессировки. Вот «Апорт», «Фас». Да, вроде бы, насколько я знаю, собак учат командам исключительно на немецком языке, так что, дрессируя собаку, сам изучаешь еще один язык. Ну, собака, с которой я росла в моем детстве, он знал в команду на русском. Дай пять, перестань есть, допустим. Он, ботинки, кстати, да? Не виноград, по бубочке даже кушал. Представляешь, собака, которая ест по бубочке виноград и семечки, лузгает так, чтобы оставалась скорлупа. Я такого больше никогда в жизни не видела. Пес у меня был вот какой крутой. Слушай, на самом деле, да, звучит потрясающе. Но не только этот пес. Пес был классный, замечательный и вообще потрясающий. Но и то, какие подарки судьба нам иногда преподносит. Например, вот недавно совсем родные брат и сестра из села Аксубаева недавно случайно встретились в доме престарелых. И это спустя через 40 лет разлуки. Просто случайно встретить родную душу. Это вообще, мне кажется, что-то немыслимое. Просто Ольга и Дмитрий расстались, когда ему было 18, и искали друг друга, но не находили. Встречались таким образом, что в интернате, где они находились уже год, в день рождения Ольги, управляющей интернатом, она...
ну, пригласила ее на сцену, поздравляла, и он просто по голосу узнал родную сестру. А потом ребята обнаружили, что 40 лет прошло, и они нашлись. Вот так вот, год проживая под одной крышей. Удивительно. Это, во-первых, удивительно, во-вторых, трогательно, а в-третьих, интересно, голос узнала. До этого же пересекались наверняка. Ну, наверное, не общались. Ты знаешь, мне кажется, когда там большое количество в интернете стариков, допустим, со сцены, когда он услышал имя, фамилию, голос, вот, и тогда и родные нотки какие-то. Да, знаешь, а я вот думал об этом, в смысле, а реально ли в 21 веке, когда настолько развиты информационные и цифровые технологии, потеряться и не найти человека? Вот реально ли сейчас случайно пропасть без вести? Специально, ясное дело, наверное, еще возможно. И то, проводили эксперимент, у журналиста знаменитого издания не получилось. Он старался исчезнуть с лица земли, чтобы его не нашли. Его нашли через 2 недели. Конкурс был объявлен просто среди пользователей интернета, найти человека. А по веб-камерам? Вот, его нашли по веб-камерам, по чекам в кафе и прочее. Но нужно было, потому что снимать наличку. Да, да, ничего, я думаю, что... Но кого мы можем найти прямо сейчас, так это прекрасную Салю в центре города. Потому что, ну, надеемся, что в центре, потому что она уже с нами на связи. Но вы немного ошиблись, я не совсем в центре города, я сейчас нахожусь в Крымском инженерно-педагогическом университете, где сегодня состоится финальный этап проекта «Ты нужен республике». Это деловая игра для студентов крупнейших вузов, но которая несет в себе достаточно серьезный посыл. Дело в том, что эта игра предлагает студентам приобщиться к общественно-политической жизни, приобщиться к избирательному процессу, узнать, что это такое, как он формируется, ну и также проявить свою гражданскую позицию. Все очень серьезно, и сегодня день голосования, во время которого лучшие из лучших будут избраны вот на таких, как вы видите, избирательных участках. Вот здесь уже готовятся к сегодняшнему дню. Например, девочки создают специальные бланки, и, конечно же, студенты, а это около 30 тысяч человек, смогут сегодня прийти и проголосовать, как я уже сказала, за лучших. Те, кто вошли в финал, они должны были создавать агитационные листки, они должны были участвовать в теледебатах и вообще различными способами агитировать за то, чтобы они выиграли. Ну а победители станут помощниками депутатов, но и также будут приобщаться, как я уже сказала, к политической жизни полуострова, то есть они будут высказывать и мнение со стороны студентов, как бы народное мнение крымчан. Вот они станут таким голосом и таким мостиком. Но, в общем, мы видим, что весь подготовительный процесс в самом разгаре. Сейчас, сегодня ожидается само голосование, а 15 марта уже будут подведены итоги. Так что всем студентам желаем удачи, особенно тем, кто принимает участие в этой деловой игре, инициаторами которой стали «Единая Россия» и глава республики Сергей Аксенов. Коллеги, вам слово. Студенты нужны республике, а редакции «Утро нового дня» нужна Салия Салямова, которая проводит такие информационные прямые включения и оперативно с места событий. Первая рассказывает о важном и интересном. Главное, что спряталась от ветра, потому что, во-первых, не заболеет, надеемся, а во-вторых, нам все было отчетливо слышно и видно. Кстати, довольно-таки большой такой монументальный зал. С красным Знаешь, занавесом. Сколько там студентов? Сколько там тысяч студентов соберутся? Потому что это же сколько людей нужно задействовать. По-моему, к нам с тобой в эфир уже приходил гость, который рассказывал про эту игру «Ты нужен республике», о том, что мало того, что нужно свою кандидатуру выставить, нужно же сагитировать людей, выбрать тебя лидером. А я как раз-таки вот вспомнил о том, что мы обсуждали, что люди заинтересованы, студенты, они ходят в университеты, занимаются разработкой собственных проектов, занимаются агитацией. В принципе, конечно, деятельность интересная, правда, не для каждого, да? Кто-то предпочитает особо не выделяться, а кто-то предпочитает выделяться другими способами. Вот, Саш, у каждого в жизни был такой период в юности, как предпочитала выделяться ты? Я сделала много разных глупостей. У меня были волосы всех цветов радуги, и синие были, и короткая стрижка я носила. У меня были одно время волосы ниже поясницы. И лет в 19 я первый раз подстриглась, состригла их. Они не были безрассудно длинными, все это было аккуратно. Ну и сразу сбрила их просто. А потом, когда этот ежик отрос, он был розового и синего цвета, и какого только, не знаю, всех. Зеленый даже был.
Даже зеленый. Прямо как чистая дорога на карте, понимаешь? Ты еще что, я потом брови подкрашивала под цвет своих волос. Знаешь, а я тоже вспоминаю период, когда носил ежик, потому что был глуп и мал, у меня стриг парикмахер как хочет сам. И это тоже не самое приятное время в моей жизни, потому что все-таки у льва должна быть грива. Но люди выделяются разными способами, и один из них — это татуировки. Знаем мы о них ни много и ни мало, а то, что их носят на теле. А вот как их делают, как вообще обстоит процесс и что нужно знать о том, чтобы сделать татуировку качественно, правильно и безопасно, мы покажем вот вам не когда в другое время, а прямо-прямо сейчас. Это только эскиз тату. Всего через 2 часа мы увидим готовую работу, которая дополнит коллекцию на теле девушки. Евгения Залевская уже сбилась, какая у нее по счету татуировка. Зато отлично помнит первую. 3 года назад она наконец-то смогла придумать, как скрыть перелом ключицы. Жель – это национальная роспись, и она закрывает один из моих шрамов. Не очень красиво все-таки лето на юге со шрамом. А так цветы, узоры. Евгения подтверждает аксиому. Нательная живопись вызывает привыкание. Каждые полгода украшает себя новыми татуировками. Теперь это уже не цветы. Сегодня моду диктуют персонажи мультфильмов, герои кино, события из жизни популярных актеров и певцов. Допустим, даже смертность этих звезд. То есть посмертно бьют татуировки в дань типа уважения. Вот сейчас, вот, как известно, умер из Prodigy, исполнитель, вот, и уже начали делать татуировки с его портретом. Вирусную популярность вызывают и патриотические тату. Среди любимых нательных символов России – медведь и местные достопримечательности. 5 лет назад, во время референдума о принадлежности региона, крымчане буквально кожей выражали свою позицию. Контур Крыма часто бьют, очень часто. После референдума это была вот как бы крымская традиционная татуировка. Мастера уверяют, тому, кто принял твердое решение набивать татуировку, бояться нечего. Все страшилки прошлого уже не актуальны. Инструменты обязательно стерилизуются, расходные материалы защищаются пленкой, а упаковка с иголками распечатывается при клиенте. Но особую гордость вызывают профессиональные тату-машинки. В этом плане Крым оказался впереди планеты всей. Наши крымские мастера настолько научились делать хороший, качественный продукт, что даже в Китае теперь подделывают такие машинки. Крымское оборудование покупают из стран СНГ, Европы и США. Его создатель Роман Недилько также получает заказы со всей России. Но самое главное, что в салонах уже никто не работает с оборудованием из гаек и болтов. Детали мы делаем на высокоточных металлообрабатывающих станках, на заводах заказываем. У нас есть собственная мастерская, где мы делаем, допустим, вот эти пластиковые корпуса на 3D-принтере и детали вот обрабатываем. Красим, собираем. Сегодня тату – особый язык тела, который постигает все больше людей. В салон за нательной живописью приходят как 13-летние подростки, так и те, кому за 50. У меня есть один клиент, я ему делал татуировку, а потом он привел свою маму. Она тоже сделала татуировочку небольшую, там клевер просто на удачу. Как бы. Вот, сейчас уже хочет продолжать дальше что-то там делать. По такому сценарию идут многие. Украшать тело готовы до тех пор, пока на нем есть место. Поэтому кажется, что недалек тот день, когда белой вороной будут люди с чистой кожей. Салия Салямова, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну, а у меня чистая кожа, потому что папа настоял и не разрешал ничего делать, а я послушная дочь, как оказалось. Знаешь, у меня накрывает волнами. Иногда хочется, и это действительно происходит, а иногда думаю, пока нет. Пока что символы не настолько важны для меня, не настолько крепки, потому что у меня есть позиция, что связывать свою жизнь нужно только с тем, во что ты веришь, и то, что ты считаешь правильным. А тут уже не важно, что это. Если это для тебя важно, значит, это важно на самом деле в твоей жизни. Потому что все, конечно, субъективно и относительно. А вот что на самом деле объективно, это то, как транслируется телесигнал, чистая физика. И вот при помощи этой физики и механики инженерии мы свяжемся с нашими коллегами с телевидения, с новостей. Доброе утро, Гуль. Доброе утро, ребята. Ну, мало того, что мы желаем действительно тебе хороших эфиров и доброго утра, мы хотим еще, пользуясь возможностью, узнать, о чем будут сегодня рассказывать новости.
Вы узнаете о главных новостях из жизни полуострова. Визит Сергея Аксенова в Керчь. Какие решения будут приняты на выездном заседании. Реализация федеральных проектов. Как будет проходить обучение предпенсионеров. Проект «Ты нужен республике» вышел на финишную прямую. Голосование. Прямое включение с избирательных участков, а также вести с полей, как идет весенняя посевная кампания. И о главной дорожной артерии. На трассе Таврида возобновили укладку асфальта. Больше подробностей в наших выпусках. Не переключайтесь. Спасибо большое, Гульнара. Прекрасного вам эфира. И вам. А наш эфир подходит к концу. Вынуждены просто прощаться с вами. Но мы обязательно вернемся к вам завтра утром в 7 часов утра. Обязательно. Александр Корнович, Артем Андроновский, завтра ждите нас. Будем рассказывать все самое интересное. Пока-пока.